Робота дает. ОПС, ОПС, ОПС. Дрока Амброна. Это гайд на гайд? Это контент. Не знаю. Гайд на гайд? Не уверен. Сейчас подождем. Еще минуток 5. Кто-то может зайдет, может нет. И будем зверить. Это вели... Подождите, если я делаю фул видоса, оно... Вы видите его? Так, питание. Что вы видите? А, это у него там ОБС. Я думаю, это мой ОБС. Понятно. Так, то есть нормально все. Да, все нормально. Hello, Дудя, здорово. Здорово, всем здорово. Я, наверное, буду альтабаться без озвучивалки, потому что она так знатно сбивает. Прям так хорошо сбивает. Буду читать. Это твой АБС, Камбруна? А где мой АБС? Вот мой АБС. Все нормально. Сейчас все разберемся. Вот это у меня тут. Вот это у меня тут. Ого. Тыкс. Да, позырю, что тут Басарна рассказывал по бою грязи. Я не знаю. Я делаю это просто потому, что мне кто-то задонатил. Да, спасибо за это. Вот. Только поэтому. А так я не смотрел его гайд. Но, наверное, пора начинать. А может и нет. Может, сегодня еще сыграю, кстати, Brain Rot. После этого стрима. А может, не сыграю. Я не знаю, если там директор будет. Потому что я вижу, что директор катат. Так что можно собраться и жестко сыграть Brain Rot Tournament. Да? Так, вот это уже мои клавиши. Так, а то что? Ладно, погнали смотреть. Так, чтобы никого не мучить. Все, погнали. Первой картой будет бой в грязи. Специфические особенности карты две. Небольшой размер, из-за чего все войска какое-то скучено. И определяющая значимость города. В дальнейшем будет просто город. Их два. Но когда мы говорим про город, мы подразумеваем именно левый город. Тот, который я сейчас разметил. Три направления. Фокстрот, Дельта, Альфа. Фокстрот является открытой позицией, близкой к воздушному респу. Таким образом, приближаясь к базе противника, вы всегда будете под ударом А. Самолетов, Б. Вертолетов, С. Вашего собственного снабжения, которое будет либо долго ехать, либо не будет доезжать вообще. Даже имея кроталь на фронте, его еще надо заправить. Таким образом, Фокстрот является деф-зоной. Только защита. Центральная часть. Дельта, также промежуток между Дельтой и Фокстротом. Город является... Относится к респауну Эхо. К нему гораздо быстрее и проще приехать. Но, тем не менее, по нему также верхняя сторона может нанести удар. Город необходимо защищать и использовать как плацдарм для дальнейших наступлений на Дельту. Если такие наступления будут. Ну и главное направление — это Альфа-Дельта. Надо приблизить карту. Как же у него ключевой позицией является перекресток. Именно перекресток позволяет быстро... Уже 1,5-2 скорость? Может быть, можно сделать. 1,25. Привозить подкрепление. Именно его контроль — основная задача в любой партии на этой карте. Лучше всего перекресток контролирует город. Это не единственный способ взять контроль под контроль перекресток, но наиболее лучший, наиболее простой. Так вот, первоначальная задача каждой команды, не отдельного игрока, а команды, — взять под контроль город, занять его своими юнитами, либо же как-то еще сделать так, чтобы вражеские подкрепления не приезжали. Как правило, тот, кто занимает город, тот выигрывает карту. И сколько бы вас человек не было в команде, всегда имеет смысл строить свою игру от города. Все прочие маневры
будь то пуш в город, будь пуш на фокстрот, используются лишь как отвлекающие маневры для успешного захвата перекрестка. Все то же самое, верну с обратной стороны. Поехали. Фокстрот, зона минимального дефа. Занимаются три ключевые позиции. Раз, два, три. Таким расчетом, чтобы угрон с этих позиций пересекался друг относительно друга. В промежутках выставляется ПВО. ПВО либо ПЗРК. Пускай это будет ПВО. На крестиках размещаем ПТУР и разведку. Треугольнички будут обозначать примерное расположение ПВО. По ПВО, кстати, вот есть прикол. Вот он ответил ПВОшке. А, ну вот в ранкеде часто такое бывает, что вы садите юнит, и он сидит в такой позиции, откуда он точно не убежит. Вот. И, ну, я считаю, что это минус. То есть я где-то там в других местах его прятал так, чтобы его можно было потом отвести. Это важно. Вот если он будет стоять где-то в маленьком риску, и вас где-то пропушат один фланг, или там еще где-то выбьют, то все, что сидело возле этого фланга, оно не уедет. Вот. Ну, вот, а желательно бы, чтобы уехало. Это прям, ну, важно. Это юниты какие-то спасают. Типа, какие-то поинты экономит прям, и вам не нужно будет второй раз вызывать то же самое, потому что оно умерло. Вот, то есть я бы прятал где-то там сзади, там, в большом лесе на фокстроте, допустим. Но точно не между вот этим, потому что оно попадает. Тоже важно. Вот если вы двигаете куда-то юнит, двигайте его так, чтобы вы потом, когда вас откуда-то выбьют, чтобы вы потом его могли увести, убрать оттуда, как-то тянуть назад. Потому что так много поинтов теряется. Две основные зоны заезда. Низ и вверх. Преимуществ особых ни одна, ни другая не имеет. А, ну и тут он, наверное, рассказывает про вот эту карту, как именно про ранкет. О, в смысле, наоборот, как командку, а не про ранкет, наверное, больше. А может, и про то, это про то, я пока что не шарю. Нет, но... Надо помнить, что оппонент пивает дэх. И с этого гайда мне больше интересно, что он предложит, когда вот забирают вот этот город, да, слева. Вот что делать, когда вот противник его забрал? Там, ну, пускай там за первый заезд его забрал. Что потом делать? Ну, не ливать же сразу, ну, блин. Не, можно, конечно, и ливнуть. И примерно до сюда, на колесах, когда мы успеваем приехать до ближайшей красной точки. Итого, по юнитам. Первая точка. Имеет смысл ставить разведку боевую при поддержке боевого транспорта. Например, ГРУшник на БТР-90. Вторая позиция. ПВО, способная прятаться в кустах. Лучше всего работает пехотинец по ЗРК. Также годятся дешевые стрелы, дешевые шилки, если умеете контролить. Третья позиция. Разведчика выносим наперед, на дальнюю бровку. А по месту креста ставим ПТУР, либо танк. А вот тоже, вот если выносите разведчика вперед, то обязательно, чтобы сзади что-то стояло, потому что, ну, пройдет противника разведка. Если он там будет пушить, то этот разведчик умрет просто первым. Вот просто первым он умрет. И поэтому, если у вас там ничего нет за вот этим разведчиком, его реально никто не кроет, ни ПТУРа, ни танка, то вообще лучше туда не двигайтесь, сидите в большом лесу. Таким образом, чтобы танк мог еще и оказывать поддержку и ПТУР на дорогу, ведущую в город. Ну и... Четвертая позиция. Это может быть как легкое ПВО, противовертолетное, так и тяжелое, с потенциалом перемещения на мид. Пятая позиция. Ну да, он тут рассказывает так, как будто бы там целый челч на фокстроте такой сейчас будет воевать. Вот. Окей. Когда ОП займет город, надо орать. Ловушка города захлопнулась. Да, Камброн. Именно так. Разведка, тур, а также отряд, либо два, предназначен для защиты города. Оптимальный вариант – легион, два легиона. По третьему маркеру ставить лучше всего танк уровня пион ПСВ, либо вилка М1, либо леопард 2.1. Можно размещать также АМХ-40, либо что-то аналогичное. Что-то, что может стрелять далеко, обладает достаточным бронепробитием для уничтожения транспорта. Ну, типа, рассказывать, какие юниты где ставить, ну, это неблагодарная задача, потому что вот вы... Вот вам в гайде сказали поставить там АМХ-40. Вы поставили АМХ-40, его обоссал топовый танк. И такой, блин, этот, как его, гайдодел сказал фигню просто. Вот харкнул бы ему в лицо. То есть, ну, это так, наверное, не работает. И все равно я бы все базировал на ПТУРах.
Но если играть в полное лицо, то опять-таки сейчас все играют на шо, топовые танки и спам, и все. Вот, попробуйте это законтрить там АМХом или еще чем-то. Так что, ну, типа, говорить про какие-то прям юниты, похер. Похер на юниты, потому что вас все равно туда выпнут, скорее всего, при первой атаке. Разобрались. Задача минимум. С чего-то и стоило начать. Задача минимум. Взять под контроль Фокстрот. Заезд на Фокстрот. Для этого занимаем эту точку. Ставить. О, кстати, вот тут прикольно сейчас будет, потому что у меня, ну, вот сколько я играл, бывали такие приколы, что чел занимает фокстрот, реально вот эти все леса, вот прям весь фокстрот он занимает, вот эти два здоровых леса, которые... А вы мышку видите, не? М? Признавайтесь. О, вы видите мышку мою, да? А ну вот, вот это, короче, вот эти леса он занимает. И вот до тех лесов, которые он указывает, вы не добежите, не добегите, ну вы поняли, да, от слова вот никогда, потому что там танки тупо стоят и рекон. И ваш рекон, который там побежит, его сразу же увидят. И чтобы вам туда втиснуться, вам либо нужно закинуть спам, и пока противник будет отстреливать спам, закинуть туда разведку, ну это такой худший вариант. А придется вам на респе накопиться, там какие-то танчики достать, рекон и спам. И первым же отправить рекон, точнее, первым же отправить спам, потом рекон, а потом танки сразу. И это все должно там занять 5 секунд, чтобы вот все одновременно начало работать. Вот 5 секунд. И только тогда ваш рекон, который будет забегать на фокстрот, возможно, не умрет. Возможно. Вот. И, скорее всего, вы потеряете даже там весь спам, может, даже танк, но рекон, возможно, пробежит. Вот. Так что там надо накопиться именно в один раз ударить, а просто так что-то там протягивать. Если вас уже прям подрез поджали, это бесполезно, будете только так юниты терять. Вот. Либо заходить прям вообще снизу-снизу, вот под фокстротом, там есть леса, вот спускаться туда. Но это вам света особенно не даст на фокстрот. Вот, особенно в леса большие на фокстроте. Занимаем эту точку, эту точку, эту точку. Туры, разведка. В первую. Ну, до третьей точки, возможно, кто-то добежит, но я не пробовал ни разу, то есть. Не уверен, если там два ствола, какие-то две дверцашки будут, то ваш там 5-хпшный рекон точно не добежит. Очередь, разведка. Далее. Заходим через. А тогда, вот, то есть, атака на Фокстрот должна начинаться с того, что у вас в этих кустах будет сидеть разведка. Пока вы туда разведку не посадите, вы будете жестко заливаться, потому что вас просто будут из леса убивать. Низ. Наверху может оказываться противник, находиться противник. Атакуем через низ. Заход на эту точку осуществляется через также низ. Здесь тоже может быть противник. Ломиться напрямую бывает зачастую ошибкой, поскольку есть урон по флангу. Ну, надо ему, наверное, было сказать, что сначала занимать самый нижний лес на фокстроте, вот как он сейчас смотрит, а потом уже из самого правого маркера занимать тот лес справа. Вот, потому что, да, из центрального леса на фоксе будут простреливать. Но надо это делать поочередно, а не сразу там. Ну и далее распространяемся по позиции в зависимости от ситуации. Итого, задача минимум. Контроль заезда. Основная задача, то, что я уже нарисовал на этой линии. И задача максимум, не только занять свою позицию, вывести свой рекон в тыл врага. Задача максимум, протащить вот на эту точку, либо вот на эту, либо вот на эту, своего рекончика. Для того, чтобы его провести, необходимо прикрыть себя ДПСом. Тяжелыми танками, пушками. В смысле артой и автопушками. Как правило, выполнение задачи максимум слишком долго и слишком дорого. Я неоднократно встречал ситуацию, когда человек приходит полностью на зону и в течение 30 минут не может вывести разведчика на заданную позицию. Соответственно, подобный маневр возможен только в том случае, если противника нет. Также возможен отвлекающий маневр, если противник не приехал. Таким образом, помимо занятия позиции, нам необходимо засветить расстановку сил противника на этой зоне. Если их мало, чрезмерно мало, мы можем наказать противника за халяву. Что ж ты так лагаешь-то, лачуга? С другой стороны, все примерно то же самое. Задача минимум контролить заезд на зону. Это примерно данный регион и разведка. Опять же, тот же самый игрушник, разведка при поддержке ДПС для
избегание заходов на точку. Рушник с БТР-90. Эго, разведка. Разведка. Может быть ПТУР. Может не быть ПТУР. Любые оползновения отбиваются с респа, а также переключением других игроков с линии Дельта Анна. Основная задача – разместить разведку. Разместить разведку где-то в этой позиции. Разместить разведку где-то в этой позиции. Примерно в одном из пролесков. Также ПТУР, ПВО. ПТУР для контроля заезда из города. ПВО. ПВО, опять же, засадного типа. Это будет, в первую очередь, ПЗРК. Во вторую очередь, дешевые противовертолетные установки. Тяжелое ПВО. Ну, конечно, да. Дефать Чарли слева, вот это все. Там вообще никак не убежать. Там, ну, просто это просто нереально. Там, знаете, вас точно пристрелят, когда вас все выбьют. Останутся ЗРКшники, да. Или там Брикон куда-то будет бежать. То это, да, это смерть. На этой зоне. Не нужно. Чертим кресты. Все накрест. Не, чертим параллельные линии. Все накрест простреливается. Все хорошо. Танк на этой позиции не очень эффективен, поскольку оппонент имеет возможность его высветить как на подъезде, так и на самой позиции. Очень маленький лес, негде спрятать. Танки стоит привозить сюда дешевые уровни. Леопард 1А1 это разведывательная рекон машина за 30 поинтов. Вот Тиран Блайзер. В случае прорыва противника команда размещает туры ПЗРК разведку где-то в этих пролесках и в дальнейшем вызывается с респа. Задача максимум. Существует, помимо задачи максимум, еще особая стратка врыва на фокстрот. Стратка врыва на фокстрот работает только в малых форматах. 2 на 2. Наверное, надо было бы старту это рассказать, что вообще люди делают на этих картах. Ну, они тупо пушат леса. Или заходят чуть-чуть на Чарли. Либо выбивают лес между Дельта и Чарли. И потому что Чельчик может посмотреть, начать пихать что-то на Чарли, там рекон ПТУРы. Ну, окей, а ему просто как-то единоразовые акции проносят лес между Дельта и Чарли. И все, и все. И Дельта, и точка справа еще падает, и маленький тот город падает. Ну, хз. Надо просто знать, куда будет атаковать враг. Вот, вот это прям точно надо знать. И это, если вас забрали лес между Фоксротом и Чарли, то вот следующая атака, это 1000 миллиард 1000%, это будет между Дельта и Чарли лес. Вот, его надо будет потом керить. Максимум. Уже в 3 на 3 это очень проблематично осуществить. Когда вся колонна едет по одной дороге дальней, и затем распространяется по фокстроту. Не советую на нее рассчитывать. А вот задача максимум – взять под контроль ключевые точки разведки противника. Мы все их знаем. Что значит взять под контроль? Нам необходимо подтащить. Прикольно в том, что вот если ехать на фокстрот в самый левый лес, то у вас, получается, нету флангов. Вот в самый левый лес, когда вы атакуете, у вас нету флангов, это самый левый крест. У вас, получается, вы в лоб едете, а в борт вам не стреляют, потому что не достают. По-моему, тут больше 2600. То есть там реально не достают даже ПТУРы. По-моему, так. То есть там можно въехать, но это лучше так не делать, конечно. Здорово, Варгер Дран. Бустар, скажи, я прав, если атаковать стороны эхо, можно не атаковать домик, а контролировать всю дельту и часть Чарли. Черт, это крота, верпула. Понимаю, Варгер. Если атаковать со стороны эхо... Где эхо? Со стороны эхо. Так, со стороны эхо... Всю дельту и часть Чарли. Эх, эзэ. Ну, типа... Пушить лес между Дельтой и Чарли, это против нубов работает просто на отлично. В виде неожиданности тоже прекрасно. То есть чельчики теряются, у них такого никогда не было. Они такие, а что делать? И начинают борта ловить. То есть все действия на этой карте все равно проводятся для того, чтобы занять маленькие домики. Вот прям любые действия. Вы творите любую дичь там, но вам надо взять маленькие домики. Разведчика таким образом, чтобы он триспаеха, да. Дрова, кускус, дрова. Мог видеть вражеской. Он мог видеть вражескую разведку, а позади должен стоять юнит, который будет этой разведке урон наносить. Задача не позволить противнику, задача максимум, не позволить противнику светить фокстрот и
при первой же возможности выставлять КШМ. Ну, кошмар тоже долго не живет, только если у вас арты нету или самолетов. Такое. Можно, можно, конечно, там дымить УК, вот всякие такое, но, блин, успехов. Пройти дальше на Фокстрот практически нереально из-за близости воздушного респа. Я думаю, все-таки кошму можно спокойно высветить из домов. И по любой вы высидите какой-то вертолет, который пехотную кошму принес. Либо высветите какую-то машинку на двух лычках, которая там куда-то заехала. И минометы сейчас у каждого точно есть. Из-за близости. То есть ставить кошму, это прям надо воевать, воевать на Фоксе. Земного респа. А вот разместить КШМ на какое-то время реально. И для того, чтобы ее поставить, необходимо в первую очередь лишить противника глаз. Ну, на какое-то время, да. Это задача максимум. Это минут на 5, пока зарядится ураган. Не убийство, не прорыв, а убийство вражеской разведки. Да, и рекон вражеский всегда убивать. Это прям цель номер один. Вот. Даже, ну, не знаю, когда танк стреляет по топовому танку, это ладно, но вот когда... Там есть где-то топовые танки, вы можете пострелять в рекон, то лучше пострелять в рекон. Но если вы уже достаете до вражеского топа, то лучше пострелять в вражеский топ. Но тогда постает вопрос, что вам надо еще сверху маленькие юниты, которые будут стрелять по разведке и пехотке. Здорово, Бобр, стрелочки на канале Крота. Да, Бобр, наконец-то, да? Но есть один нюанс. Дельта. Лучше начать с той стороны. Даже не дельта, а промежуток между дельтой и фокстротом. Итого, поехали. С нижней стороны. Первое, что может, с чем мы можем столкнуться, это прилет вертолетов на город. Таким образом, для заезда в город мы формируем полноценную колонну, которая состоит из разведки, защитной пехоты и ПВО. Разведка, пехота, ПВО. ПВО противовертолетное сюда обязательно. Также порой привозят на эту точку... тяжелое ПВО, например, Невы, например, Буки, оно тоже может помогать. Задача минимум – разместить разведку в одной из точек вокруг города, либо во всех точках вокруг города. Таким образом, чтобы отряд, подошедший к краю города, был всегда в засвете. И дальше уже сверху мы можем начинать вести огонь, заводить войска, использовать вертолеты и так далее. Основная задача – разместить разведку, которая будет работать как влево, так и вправо, и разместить тур, который будет работать только влево. Также имеет смысл. Ну, тут тур, короче, вот я сколько в ранке играю, тур вот в домах, он, сука, не достает никуда. То есть, и чтобы стрелять на дельту куда-то влево, еще левее, надо привозить тур немножко левее, там, где вот Пустард обозначил. Вот. А чтобы стрелять направо, надо еще и тур справа. И получается, тут тур вот в тех домах делает ничего. Вот. То есть вправо он сильно не постреляет. Ну, постреляет по дороге, когда вам в город большой будут въезжать, это правда. Но влево он сильно точно стрелять не будет. Ну, зато да, он там не светится. Но он и не стреляет. То есть это как тот мем с дельфином. Ну, он же дешевый, но он же ничего не делает. Но он же дешевый, вот. Он там посадит, да, он будет. Ну, такое. Если это прям жесткий 4 на 4 на бою в грязи, если вы маньяк или команда маньяков, то лучше тогда, наверное, садить там в дома реально, потому что концентрат арты, минометов, рекона, танков на дельте будет такой, что это просто атас. И птуры в лесу умрут, ну, просто процентов 1,5 миллиарда. Они первые же откинутся. Бустер не прав, надо дальше ставить рекон и птур, где первый лесок с домами слева. Шо? Не понял. Не понял. Ладно, давай дальше. В сторону дельты при помощи разведки и птуров. Давайте теперь договоримся, что галочка это будет разведка, крестик будет птур. Еще раз, чтобы ничего не мешало. Привозим разведчиков, привозим птуры для фланкирования неприятеля. Не, ну рекон бы я уже по левой дороге вез. Ну, то не важно. А, ну вот он ставит птуры, да, хорош, все. Ну, то, что я вам и рассказывал. И птуры там реально решают. Это прям очень сильно прям решают. Бровка слева от города.
А, рекон туда. Ну да, можно и туда садить возле Птура сразу, да. Просто, чтобы справа рекон был, это надо направо садить. Да, рекон надо тащить как можно дальше. Прям рекон очень решает. Потом, потому что он занимает много времени, чтобы его выбить. И его все керят. Ну, типа, все стараются засейвить рекон. Это нормально. Вам летит арта постоянно. Танки светятся, летают ПТшники, всякое говно. Но тут ему надо... Вот у меня просто... Есть там пару показательных игр, как чельщик пытается заехать в большой город. Вот, как Бустар вот сейчас смотрит, вот я играл. Чельщик дважды заезжал. Один раз я профукал то ли Картуну, то ли кому он взял этот город. Я не смог засейвиться. Против Петра я вроде так слился. Тоже не смог засейвить. А или не слился, я не помню. Но там что-то были топовые УМки, мы там сражались жестко за этот город. Плюс вертолетные высадки там были. Вот на тот город высаживаются в начале. Вот самое страшное, это когда вас пушат в самом начале. Потому что тогда шансов у вас это 50 на 50, да, вот. Как повезет. Наверное. А если у вас карталя нет, то целых ноль. Вот. То есть надо на стартовые пуши. Стартовые пуши самые страшные. А если там пуш на 20-й минуте, у вас там кто-то сидит, то это, ну, такое. Там, я думаю, всегда можно отреагировать. А вот в начале, когда непонятно, что происходит, вот это страшно. Задача максимум. Разместить свою разведку вот на этих точках. Так, оставить разведку. Именно разведку. Если есть опция, что бывает в уникальных случаях, но все-таки бывает, разместить свою пехоту в городе. Дальнейшее. Пехоту в городе не обводит лес. Ладно, да я понял. Но насчет задачи минимум максимум, это вообще такое относительное понятие. Если вы играете против нобов, то задача максимум это, точнее минимум это их респ. Вот. А максимум, я не знаю, максимум там еще Грейхаунда параллельно генгните, пока едете нобов генгать. Вот. То есть, ну не знаю, я бы садил намного ближе. Потому что если вы садите разведку далеко, вам нужно эту разведку прикрывать. Фронт расширяется, линия фронта становится большой, птуров нету, снабжения нету, ничего не ездит, микрить не успеваете. И прям вот лезть на Чарли Чарли. Не знаю, не знаю. Как пойдет. Город, именно город, является опорой для наступления на линию Дельту Чарли. Размещается там разведка, размещаются птуры, и потом под прикрытием птуров разведка начинает продвигаться вперед. Также. Ну да, опять-таки, вот это он все рассказывает, но это у вас должен быть, точнее, ситуация на фронте должна быть такая в катке, что вы вот сидите, у вас там капает плюс один, и вы чувствуете себя спокойно, налегке, и вы понимаете, что плюс ноль у вас не будет никогда в этой игре. И тогда вы что-то можете уже делать, любую фигню, дичь, пушить налево-направо, а просто так что-то брать и пушить, ну такое все. Ну опять-таки, Бустард пропагандирует пуш, точнее, игру, от каждый у себя на фланге, я так понимаю. Вот по тому разбору, что он делал, на то, как я играл, мы играли 3 на 3 в турнире против Балансида. То есть я так понял, что Бустар теперь, или он и раньше так делал, и раньше ставил на то, что нужно играть каждый на своем фланге и хелпить людям понемножку, либо как-то вот так вот, либо хелпить людям, но когда ты можешь прорвать что-то там, возможно, или развить наступление, то ты это делаешь. Вот, а я все-таки адепт енотиковой страты, собрали вчетвером и жестко взяли один домик, вот. Вот, я адепт такой ситуации. Бусард любит маневры, прорывы там какие-то маленькие, там облет, объезд тоже понятно. Какие-то серии у борта. Там, а вот это микрить один танчик, вот это не про Бустарда. Типа, у него это плохо получается, поэтому он реально выбирает страту, где он лучше всего работает и больше всего эффективен. Ну, это правильно, типа, я же ничего не говорю. Если он специализируется на этом, то это хорошо. Но всегда должен какой-то быть чел, который основа вашей катки, который там взял танкиста и такой, я сейчас вот четыре ушки буду катать всю игру в дымах. Вот. И вы его там саппортите. Ну вот там не вышло ничего там. Или вышло, но вы там потеряли пул армии, и вы видите, что там
на другом фланге вообще ничего нет, то вот Буссард будет прорывать вот этот фланг, скорее всего. Вот. Помимо туров. Вот он так преисполнился. Я преисполнился абсолютно в другую сторону. Вот. Абсолютно в другую сторону стратегии. Или тактики. Ну вы поняли, что куда-то в ту сторону, в общем. Танки, и происходит пробитие Чарли. Чарли сам по себе не занимается, он только лишь берется под контроль указанным образом. Противник будет, естественно, пытаться сбить вашу разведку, и постольку, поскольку ему ближе и удобнее, вам будет мешать лес, два леса даже, стрелять на Чарли. Скорее всего, он вас выбьет. Вкладывать большие ресурсы, давление на Чарли, нет смысла. Ну и, конечно же, основная... А, да. Другая сторона. Здесь немножко по-другому выглядит фронт. С той стороны город, с нижней стороны города нет. Надо вот его в каждой катке рисовать, да, тоже. Ну, он отдельно рисует на каждом фланге эту линию, что где должно быть. Надо прям вот четко прочертить, что вы должны иметь в игре. Вот, точнее, что вы хотите там в первые 10 минут или 15 от игры, что должно быть за вами. Таким образом, размещаем разведчика где-то в этом, в одном из пролесков, размещаем пту. Ну, разведку задвигайте как можно дальше, тем более пол дельты это ваши, то есть задвигайте на верхние вот эти галочки. Ой, в тур там никуда не дострелят, я бы там не стал. Для убийства транспорта, который поедет высвечивать и убивать наших разведчиков. А, ну это, ладно, тут да. Ну, а с другой стороны, ну поедет этот транспорт, только это вапченко какой-то едет. Подпустили поближе, включили РПГшку, он, скорее всего, этот ваб откиснет. Если там едет два ваба, а сзади еще две РЦшки, вот тогда да, тогда проблема. Ну, да. Также в одном из этих пролесков. И размещаем здесь ДПС. Это может быть танк, это может быть... Это может быть БМП, ПТР. Что-то, что с легкостью справится с пехотинцем одним на дистанции. Большой атаки ждать не придется, а если она и будет, то... Колонна из центра может спокойно переключиться для отражения этой атаки. Но про переключение поговорим чуть позже. Задача минимум взять, даже не так, наверное, задача минимум взять под контроль лес. Так, чтобы были видны проходы, оппонент будет заходить здесь. Таким образом нам нужно видеть левую стрелочку и правую стрелочку. Тут и тут разведка, контролирующая заходы. Смотрим, кто заходит, сколько... Ну, левая разведка пихала бы еще левее. Пехота она, скорее всего, не засветит, если бы еще левее там была бы. Где-то вот в этом лесу там. Окей, на два леса левее, в общем. А может и засветит пехоту, не знаю. Не знаю, но обычный рекон. Но то, что машинки будут видны, это правда. И по машинкам уже можно хоть как-то гадать, что там приехал. Сколько заходит, куда заходит, и определяемся, сколько нам юнитов нужно, чтобы убить вражескую армию. Например, заходит стак Гевати. Для того, чтобы справиться со стаком Гевати, нам достаточно будет... Так, Гевати довольно серьезная проблема. Нам достаточно будет 2 БМПТ, 2 ВДВшника. Или даже 2 спецназовца из БМПТ. Либо аналогичные силы. Либо, например, стак US Маринов. Не знаю, как по мне, эти 2 БМПТ-хи... Я сначала подумал про 2 БМПТ-хи, а потом такой... А может одной БМПТ-хи хватит? Так, дальше. Основная задача. Я показывал занять леса. И также задача осуществлять угрозу, осуществлять нанесение дальнобойного урона по юнитам на дельте, не позволять противнику проходить к вам. Задача максимум, которую мы можем выполнить, разместить разведку на дальних рубежах. Разведка, ПТУР. Это задача максимум. Теперь главная зона. Пошли снизу. Уже не принципиально. Первая задача взять под контроль заезд. Разместить войска тут. Причем справа войска, которые будут стрелять во фланг. На войска справа похер. Вас если уже прям так продоведли до того города, то вот войска справа, вот это то, что я, кстати... О, hello, Разман, hello! Кринч, oh my god, why кринч, Разман? Why Бустард is cringe? No, Бустард OP player, no? Вот это то, что я говорил. Войска справа, скорее всего, ничего там не буду делать.
Понятно, что туда надо посадить ПТУР. Окей, окей, вы каким-то боком посадили туда ПТУР, а потом, бляха, его нужно будет заправлять. А Чельчик просто будет как в последний раз давить вот этот город, который кружочком сейчас отмечен. Левый кружочек, короче. Вот он будет давить город, у вас падает этот город, и Челиксы справа, они просто нулевые. А вот они просто никому уже не нужны, и сделать они ничего не могут. Бруно респа 10 часов плюс. Angry old cringe man. Молодой бастард. OMG. Why? Yes, I think he's angry. Sometimes or most of times. Надо сразу на домики с этой стороны никак. Вот, я предлагаю дефать дома. Вот если вы потеряли те дома и потеряли еще и левый лес. Но на левый лес, вот если у вас юниты будут в левом лесу, которые не стреляют, которые там или закончились, у вас будут юниты в правом лесу, и вам выдавят тот лес, о, тот город вот этот маленький, ну, точнее, тот, который отмечен сейчас, то вам просто все, это фаталити, туда фаталити, туда въезжает просто этот ПТУРщик, и вы его никогда не убьете в этом городе. Он будет прыгать, манситься, заряжаться. А потом у вас падет позиция и слева в лесу, и в правом лесу. А зачем вообще в правый лес заходить? Пускай там челики живут. Можно выдавить левый лес, и у вас уже Чарли будет под вами. Вот. То есть за вот этот город надо вообще максимально держаться. Если прям вот чельчики пушат этот город, вот вы должны удержать его там любой ценой. Потому что если вас забирают тот город, то это конец катки, это 100% конец катки. Ну, конечно, если там неспорная ситуация, туда зашел, там полгрушника залезла туда каким-то боком, а у вас в запасе 500 поинтов, то понятно, что вы его выбьете, скорее всего. А у противника еще ничего нет, кроме того грушника, то тогда да. Данной тактике мы прибегаем только в том случае, если противник внезапно прилетел массой вертолетов и уничтожил вам колонну. В этом случае возникает вопрос, почему вы не взяли ствольное ПВО, но допустим. Выходим. Ну, Бустер пытается, да, сказать, что всегда нужно садить все во фланге. Это правда. Это правда, но вот я стал замечать, что иногда вот я лучше в этот город сейчас ляпну два ПТУРа каких-нибудь конкурсов М и буду каким-то боком пытаться их зарядить. Вот это будет более эффективно, чем я пойду сейчас занимать правый лес там или левый, вот, чтобы стрелять во фланг. Во-первых, пока я буду пушить это, мне будут стрелять в борт, это тоже важно понимать. Ну, в правый лес нет, а вот если в левый я буду пушить, вот мне могут стрелять. Поэтому иногда лучше просто кинуть стак ПТУРов в дома и радоваться, потому что они все отстрелят. Ну, если только под арту сильно не попадут. На позиции берем под контроль именно сам заезд. Задача минимум не рассматривается как нечто значимое. В принципе, наша главная задача – взятие города. Для этого одна группа. Вот в чем прикол. Вот Elite Veteran Tournament мне показал, вот прям доказал окончательно. И Brain Rot немножко показал мне, что я могу выиграть или проиграть с этим городом или без. То есть я могу выиграть, когда я не взял тот город. Я понял, что мне. Хотя не, я все равно потом я уберу. Ну, тут важно понимать, что Бустар делает. Если вы вначале не взяли тот лес, и на протяжении 30 последующих минут там сливаетесь об него, то понятно, что вам гаплык. То есть тут все, тут уже отпевать. Вот. А если вы там потеряли в начальный заезд, ну окей, потеряли там 1500 поинтов, пошли там на альфу играть. И через альфу вот его можно уже выбить. В общем, мудрость крота. Да мои дороги, они дураки придумали. И их надо держать. Да, бобр. Вот, ну, бастарды тут. Говорю опять-таки про то, что у борта надо садить ПТУР и танки, это правда. Но иногда лучше посадить два ПТУРа тупо в лоб, но у них 20 там третий пробой или 20 там пятый, какой у этих, у шведских ПТУРов, или там, да, шведские вроде. Вот. А еще в Брейнроте я сумел занять вот этот, вот эти дома, и я слился. Хотя там все было под контролем, просто вот Гатс у меня выиграл тут, потому что поставил кошму на Альфу, Дельту, может раньше меня поставил. То есть вот это надо бы пообозревать. Не знаю, сейчас скорее всего досмотрю видос и запущу какие-то катки, чтобы вот это посмотреть. Потому что на самом деле
Вот эту карту я понял, как играть плюс-минус, и то недавно, вообще недавно. Тут много экспериментов было. И пол альфы в лес не надо, сразу занимать домики. И пол альфы в лес не надо. Нет, так это понятно. Но что делать, когда у вас противник был лучше, умнее, и вот он вас вначале выиграл за вот этот, за вот эти дома? Что вы будете делать потом? 20 минут дальше будете сливаться вот эти дома. Ну, это, если вот командная игра, вот там за счет количества артиллерии можно на пофиг. Можно пушить эти дома вечно, на самом деле, если командная. Вот в один на один такого не выйдет. Один на один вас выпушили из этих домов, поставили туда, противник поставил тур, и вы уже ничего не можете абсолютно. Проходит на дельту. Ставить. Так это будет выглядеть. Домик делаем черным. Первый игрок проходит на дельту, формируя ударную группу из танков, в том числе. Накладывает на Далеко, себя далеко стрелка. дым. О, вот этот Черчик, который вот приедет вот так вот, он будет наступать дальше на эхо, да? Дальше дельты вверх по дельте. И в какой-то момент нарвется на птуры из домов уже, из домов. Это уже будет прям, это уже будет мега плохо. Вот там уже будет борта точно. Если из леса еще слева сверху дельты будут стрелять, то еще ладно. Вот тот птур, который он отмечал. Вот. И вот этот чел, который так приедет, ему надо смещаться ближе к правой дороге, по которой он приехал. И берет. То же самое спамните вперед под танками. Не, Вархаммер Драгон, там будет слив. Это просто тысячи слитых поинтов будут. Под контроль дельту. Все-таки надо идти на альфу. Таким образом, чтобы вражеские танки не могли. Или вообще просто идти ставить кашмы, тоже вариант. И держать пол альфы. Ну, не пол альфы, а вообще держать маленький лес на альфе, где вы можете поставить кашму. Еще раз, чтобы вражеские танки не могли фланкировать дорогу. Не убивать вражеские танки. Ну, насчет фланкировать дорогу, пофиг. Потому что единственное, что можно фланкировать, это ваши танки. А то, что там едет АМХ-13, ну, ему без разницы, попадет оно в лоб от топового танка или в борт. Ну, что там, одно ХП останется. Это. О, тут проблема, главное, чтобы вам танки не фланговали. Не позволять им стрелять по дороге. Самое прикольное, что чельчик с дельты, вот если чел прижать с эха на дельту, он может пушить хоть по центру дельты с двумя танками. То представляете, он может ехать прямо вот где там буковка, вот прямо на дельте, вот прямо где надпись, он может там свои танки поставить, и вы ему ничего не сделаете, пока не возьмете город. А вот со стороны вот нижнего респа, вот сейчас как бустер смотрит, вы такого не можете, потому что, блин, слева птуры, справа танки, и вы такие, ого, куда-то вот это я заехал. Еще раз. Второй игрок делает все то же самое, но с этой стороны. У него задача не столько держать вражеские танки от обстрела, сколько брать под контроль вот эту позицию. Если здесь разместится вражеская разведка, а потом и. Ну да, тоже вот это Бустард начал рассказывать про то, что надо обходить город, надо слева группу, справа группу, но где-то она будет сильнее, где-то слабее, это нормально. Тоже я вот это взял у него очень давно, потому что играл на этой карте почему-то очень много в ранкете. ДПС, то она будет фланкировать дорогу, фланкировать нашу позицию. Этого допустить нельзя. Данный игрок контролирует не только дальний проезд, но и этот участочек. А еще прикол, вот вы будете пушить вот тот участочек справа, да? А вам будет стрелять чельчик в борт из центра, то есть из дельты. Вот тот, который приехал воевать против синей стрелочки, может накидывать по розовой стрелочке, потому что он задымился так, что откатившись назад, стреляет по розовой стрелочке в борт. А синяя стрелочка его не видит. Вот, потому что дымы. Для воспомоществования в контроле леса имеет смысл отправить дополнительную группировку через лес. Это будет, допустим, два гранатометчика на. Это душно, долго, и, скорее всего, я думаю, вас уже расквасят. Там просто приедет в лоб Рава, приедет 4 танка, займутся сразу дома, потому что вы были где-то away, вы были, пробрали позицию справа. Ну, один чел, если берет позицию справа, еще ладно, там, при поддержке своих танков. Но тут, может, прикол, пока вы берете позицию справа, а чельчика слева, там, допустим, вот эту синюю стрелку, его просто выбьют, сдвинут.
и вам уже по розовым стрелочкам будут в борт накидывать, понимаете? Тоже такой вариант. Атака куда-то, это всегда можно получить в борт, это всегда тяжело. Вам придется дымиться, дым не видно, а если вы задымились, пытаетесь выехать из дыма, вам сразу какой-то Эрикс присовывает, блин, тупо в лоб. Это вообще как так? Вот. БМП с автопушкой. Либо, например, стак бойцов. Я думаю, чел, который поедет через лес, он просто доедет уже тогда, когда вот двух чельчиков слева от него уже не будет. Вот просто их, они растворятся. И он такой, пацаны, я доехал только до края леса. Бойцов. 4 рифлмена, например. Ну и под конец, когда фланги взяты под контроль, начинается вход в город. Входить может один игрок, могут входить два игрока. Не принцип. Не знаю, вот вход в город, а вот, ну как перекрывать чельчику, вот синяя левая большая самая стрелочка, вот. Ему же надо себя, свои танчики прикрывать как-то спамом, вот спам отправили, вот он побежит вперед, ну. А потом уже заходить, ну, блин, спорно. Проблема будет, вот прям огроменная проблема будет, когда в те дома въедет легион. И вы не будете его видеть, или у вас будет мало ДПСа, или вы будете втыкать в дымах и реально не стрелять вашими танками, и он будет накидывать этот легион. Или там ПТУР какой-то чел вначале посадит, это вообще безумие начнется. После того, как взяты под контроль фланги. Далее, после того, как мы заняли нашу позицию, нам необходимо эту позицию обезопасить. Первое, фланг. На дельте больше ничего делать не надо, помимо того, что я уже указал выводом разведки вперед. Да, рекон протаскивайте всегда на дельте вперед. Вот это не втыкайте, потому что играл тоже со Стасом. Он, блин, там мы уже все заняли, а рекон там где-то там. Танки ничего не делают. Рекон можно продвинуть и увидеть вражеский рекон. Его сразу же убить, потому что танков противников просто нету. А вот на Альфе сложнее. Каждый ваш маневр на Альфе можно планировать, парировать более глубоким обходом. Для Это избежания правда. этих обходов нам потребуется защищать Воевать фланги. на Альфе воевать, пока у вас нету домов, это просто худшее, что можно придумать. Еще прикол тех домов, вот это то, что там черным треугольничком. Когда вы едете с нижнего респа, вот как сейчас бустер смотрит на Альфу, вы, скорее всего, спокойно проедете через вот эти дома и перекресток, если противник там не поставил свои танки рядышком, где-то они не простреливают. Если ПТУры, то они не всегда успеют долететь, тоже было вчера на стриме. Вот, а если вы едете с эхо на альфу, вот тут прям по вам будут стрелять, вот с каждого куста будет лететь просто все. Начинает альфа и стрельба из правого леса, там где какая-то розовая стрелочка, вот там показано. Самая правая розовая стрелочка, вот оттуда можно смачно стрелять. Не именно куда он указал, а вот именно тот маленький-маленький кусочек слева внизу альфы. Вот оттуда можно что-то стрелять. Там опять-таки танки от синего чельчика могут по вам стрелять. И то есть получается, что тот перекресток для чела с эхо вообще не работает. Или работает, но плохо. Дрова, сам, дрова. Ты лучше покажи, как в реальности бустарды начинают. Я не знаю, как бустарды это играет, кстати. Я давно... Может, у него там на стримах есть, но я не помню, как мы с ним тут играли. Тут был стандартный какой-то Еврокорп, знаете, вот я заехал. И я там мог его выбить там первые секунды. Либо он заехал, точнее, или он не заехал, выбил мне танк серии и потом заехал. Может такое быть. Один заслон, два заслона. В дальнейшем проходим дальше. И, как план максимум, выходим вот на эту позицию для дальнейшего прострела дороги уже нам. Здесь нас могут встретить раз, могут встретить два. Для того, чтобы избежать этого урона во фланг себе, необходимо законтролить позиции, с которых может пойти. Бля, в один на один, все по-другому. Тут я согласен, но, опять-таки, лучше не стоит, я кидал тайм-код один на один. Опять-таки, каждое ваше наступление, это, скорее всего, значит, что вам будут стрелять в борт. Вот это всегда, вот, понимаете, об этом всегда держите в голове, что вот если вы там едете туда, по вам будут стрелять в борт. Туда едете, по вам в два борта могут стрелять. Вот это самое прикольное. Урон образом атака так и атака
Ну, сейчас я думаю, я сейчас запущу Wargame и посмотрим тоже игры на вот этой карте. Потому что там на самом деле много можно чего почерпнуть, как в 1-1, так и в командах. Вот этот уровень Но это наступления. надо было готовиться, а вы думаете, я готовился? Наступление, он Я не знал, потребует что... огромных сил и средств. Я не знал, что все так будет серьезно. И в любом случае будет разбит дальнего вражеского респа, поскольку с вражеского респа быстрее ехать. Таким образом, заходить туда нет смысла. Да, это правда, поэтому опять упираемся в то, что я для себя уяснил. Проще закрепиться на точке противника и все так обставить, чтобы когда он уезжал, он просто мгновенно умирал. И вот он будет каждый раз пытаться вернуть эту позицию и размениваться в минус. Вот. Хотя бы размениваться в минус уже достаточно, чтобы выиграть плюс-минус игру. А вот разместить свой ДПС, свою пехоту таким образом, чтобы не убивали все выходящее из леса, Ему это надо нормальная камеру правее. тема. Основные же силы вкладываются в контроль города. Сражение за город. Да, но все равно город контролится через борта, то есть через фланги. А пока вы закрываете фланги города, противник такой, ага, вот тут чел закрывает фланг города и делает к этому флангу города еще один фланг, ёпта, который находится еще правее, допустим, вот там есть, это альфа, да, вот левый кусочек, самый левый, ближний до эха кусочек. Вы туда ставите там рекон танк, и противник на это триггерится, и он начинает ехать в тот лес, прямо на альфу, и у вас уже получается, что в фланге того танка есть другой танк. И вы такие, ого, надо что-то с этим делать. Либо просто туда не ехать, либо выезжать, но уезжать. Вот такое. В этом весь прикол. Wargame это про фланг, это. Все, что стреляет вам борт, это мега опасно. После того, как красный игрок занимает ключевую точку справа, вражеские танки вынуждены поворачиваться флангом к синему игроку, и синий игрок получает возможность начинать давление. Ну, синий игрок, блин, он там не будет играть, где вот это он написал. Но это же турикборд от города большого. Это так не надо. Забейте хер на ту желтую стрелочку, это синему говорю, это просто посадите в маленький город Птуры и пускай там он воюет, это уже будет достаточно. А ехать куда-то далеко, туда, там где ПВО не достает, потому что перерезки везде нету нормальных лесов, его не запрячешь. Туда, где нету вашей пехоты, спама, скорее всего, сидит максимум один рекон. Эх, такое себе. При условии обязательно огораживание дымами от города, либо взять этих А, ну вот, да, то тут я с ним согласен. домов под огонь. Или вот на левую желтую зигу посадите туда рекон, и тогда вы будете видеть туры из города. Но это прям вот, если так происходит все, то можете забрать респаун у противника. Под контроль. Если вкратце, город необходимо окружить. И потом он будет твоим. Теперь, ох, отзеркалить-то не получится, да? Отзеркалить не получится. А я так понадеялся. Теперь, с этой стороны. Я уже говорил, игрок с мида приезжает, размещает свой ПТУР, разведку, ПЗРК для контроля дельты, для контроля дороги. Опять-таки, вот он нарисовал прям вот эту линию, которая в конце стрелочки находится по лесу. Но там лес маленький, и когда у вас начнет минометить тот лес, вам не будет куда убежать. И вы туру свою точно потеряете. То есть я бы туда не ставил туру. Еще бы старт беходом не играет, кто-то избирает игру бастарда, чтобы каждый опускал деда. Да в смысле? Не, я опускаю. О, опускаю. Я это разбираю это чисто в научных целях, вот. Играть можно на этой карте не очень много вариантов, как на ней играть, вообще не очень много. Если только не рассматривать какие-то мегастратки там забора большого города, ой, и как потом попытаться туда на протяжении 20 минут посадить птуры. Блин, быстрым духом размещает армию. Второй игрок приезжает. Вот этот зеленый чел, кстати, может туда танки спокойно привезти, это будет тоже нифигово. Но только если это чел зеленый, вот эта зеленая стрелочка, если это чел играет на фокстроте, тогда да, я согласен. А если туда едет какой-то танкист, который должен воевать между альфой и дельтой, то это вообще помои. По дороге берет под контроль дельту с таким же расчетом не пускать вперед вражеские танки. И вы должны всегда простреливать дорогу туда. Третий игрок берет под контроль Дорогу, которая ее ведет в этот треугольничек, вот этот черный. другую точку.
с опорой на лес желательно, чтобы можно было отъехать, укрыться от самолета хотя бы. Ну и, понятное дело, под дымами. И вот еще что. Точка, на которой начинается атака на город, находится вот здесь. Что с одной, что с другой стороны. Это было выяснено на опыте. Высаживаться надо примерно на этих линиях. И с этих линий идти пешком. Если вы работаете колесно, и ваш вертолет увидел, что у противника колесной колонны нету, вы можете заехать колесами прямо в сам город. Но если вы работаете механизацией, уже не важно, что там вы видите, юниты необходимо расставлять на дистанции. А для контроля города нужна разведка. Здесь с одной стороны, здесь с другой стороны. И выиграет тот человек, который просто будет лучше стрелять. Итак. Вот, если так воевать за город. Ну, а по-другому никак. То есть всегда, кто первый убьет вражескую разведку, которая будет светить город или из города светить, вот, тот, скорее всего, и победит, потому что он будет видеть весь город. И у кого будут топовые танки, потому что это просто бетон, их тяжело подвинуть. Итого, красный игрок забирает... Забирает под контроль лес, обеспечивает ДПС по городу, и в дальнейшем ему необходимо обеспечивать себе фланг. Оппонент точно так же, как и в предыдущем случае, может делать более глубокие обходы и бить вам в бортину. В этом случае нам точно так же необходимо обезопасить свои фланги. Я, короче, немного по-другому вижу. Первая линия, вторая линия, третья линия. С этой стороны дальше проходить особого смысла не замечено. Только для того, чтобы атаковать в неожиданном месте. Ну да, насчет с линиями слева, как дефать альфу, да. Но вот как вот вначале так приехать, чтобы вас не раздуплили. Проблема в том, что чельчикам может стать скучно, которые приехали справа. И они будут вдвоем пушить либо чела слева, либо чела справа, если они взяли дома. И вот тогда начнутся уже мега проблемы реально. Потому что это мега неприятно. Одного просто будут убивать, пока второй будет бежать куда-то. А пока выбьют первого, второй уже, скорее всего, он не успеет добежать куда надо. И они пойдут избивать второго. Ну и с выходом на ту же самую позицию, которую я показывал с другой стороны, мы можем начинать прострел атакующие группировки противника. До дороги мы не достаем, но оппонент будет рассредотачиваться на местности, и с этой стороны, с этой точки, сможем безнаказанно, ключевое безнаказанно, уничтожать подходящие в кварталы юнит. В случае, если ваша атака не удалась, вам необходимо то с одной, что с другой стороны делать более глубокие обходы. И с одной... Да, вот про то, что я говорил. ...стороны, и с другой стороны. Угу. В принципе, если вы не взяли город, уже можно ливать. Ну, блин, ливать. Ну тогда, если заходите в Wargame, сразу ливните, а то вы все равно сегодня точно катку сольете. Хз, я бастарда выиграл раза 3 в 1, при том, что он меня ни разу. Жестко, жестко сам. Но ты жесткий сам вообще. Ты приходи играть в этот... Elite Veteran Tournament. Будешь вот меня квасить и Грейхауда. Так нам и надо. Я не против. В большинстве случаев камбэкнуть не получится. Особенно с волшебными союзниками, которые, как правило, попадаются в рандом лобби. Да, камбэкнуть тяжело, но за счет того, что у вас тима у каждого по 2 или 4 урагана, ну, можно. Но, опять-таки, долго. Ну, а если у противника еще 4 урагана, представляете? Вот это жестко. Только со стрима могу, сорян. Понимаю сам, понимаю. Не получилось. Разбили нас. Хорошо, пошли дальше, еще дальше. И вот я смотрел, рассматривал, вот пока играл на вот этой карте, вот с нижнего респа, вот как сейчас Бустар смотрит, рассматривал, как вот забрать город после того, как ты его потерял. И вот я пытался со стороны дельты, то есть с правой нижней стороны дельты, выбивать вот этот город. Это можно сделать, но проблема в том, что вас светят, вы светите, у вас открыт фланг, то есть из дельты и из альфы. Еще проблема самолетов, которые вам постоянно стреляют ракетами в борт. И также проблема в том, что вы не успеваете стреливать армию противника, потому что у него тупо больше стволов, у его с начала катки осталось больше. И вам надо его где-то замесить, так хорошо набить, чтобы потом хотя бы выйти вровень по поинтам. Это тоже важно. Ну и не терять юниты. Вот если наступать справа внизу дельты, надо будет это где-то найти, такой посмотреть. Справа внизу дельты, если наступать,
то вам просто нельзя терять юниты типа танков. Это очень тяжело, надо очень жестко микрить, много дымов надо. Ну, короче, это реально прям мега хардкорная задача. Поэтому идти слева через альфу это прям must have. Лучше ничего пока не придумывали. Как говорит Бустардо, в смысле со стрима? Вот так вот, Варгебредра, вот так. Но еще, если вы играете командку и идти через альфу, я думаю, что это очень плохая идея. Вот если у вас тут 3-2 человека и все идут через альфу, это может плохо закончиться, потому что на альфе очень тяжело реализовать прям 100% ваши машины, ваши автопушки, ваши танки, которые застряли потом в лесу ПВО, которая застряла. Но если полтора ехать через альфу, еще да. Один, я не знаю, где-то должен один присутствовать человек, хоть между альфой и дельтой, но точно не на альфе, потому что он туда просто не влезет. Здесь атака, здесь атака. Забираем альфу, забираем Ну да, вот так вот забираете. дельту, берем И вот так вот забираете, и вот так вот. под перекрестный контроль город. Опять же, как в первом варианте, но с более дальних дуг, с более дальних сторон обходов. Да, это правда. И потом уже начинаем вход в город. Но самое прикольное, что вот вам могут не дать простреливать дороги топовые танки. Вот зачем топовые танки нужны, потому что они не дают вам ничего сделать. И чтобы бороться против топовых танков, вам надо что? Правильно, свои топовые танки. Еще это было, кстати, в этом. Мы так выиграли Или не выиграли. Или что там было? Мы так играли в этом. С Пикудой 2 на 2 против... О, точняк, вот это там заруба была. Ёшкин дрын, вот это я вспомнил. Мы играли против Грейхаунда и Блицвара на этой карте, вот, с нижнего респа. Вот там, вот это был мордобой. Вот это я понимаю. Как выиграть? Лол, просто не теряй юниты. Плюс, Камброна, плюс. Согласен. Да еще бывают эти гады самолет вызывают. Да, то есть самолет реально проблемчик. Он тебе раз танк подрезал, второй, все. Это верно как для одной стороны, так и для другой. Задача максимум. Вот здесь очень интересный вопрос. Если мы атакуем со стороны Браво, то дойти до вот этих домов практически нереально. А вот такую с Дельты на Чарли мы можем и дойти до домов, благодаря лесу, как ни странно, и лесу с этой стороны. И даже в отдельных уникальных случаях там закрепиться. Поэтому я раскину задачу максимум на две части. Первый вариант. Взятие под контроль дороги с дальнейшим прострелом. Здесь размещаем разведку прямо под лесом. Осуществляем контроль города, уничтожая все, что выходит на окраину. Также здесь разведчик, здесь наш тур-контроль. Следующим шагом начинаем малыми группами проходить в лес противника. У нас нет задачи побеждать, у нас есть задача контролировать его, видеть, сколько его, где он И находится. всегда старайтесь бить туда, откуда вы сможете закрыть максимальное количество подъездов противника. То есть вот в самом-самом низу, куда Бусар показывал, вот в самом-самом низу сейчас вот есть город. Если вы его закроете, то чельчики не смогут не доезжать ни в лес слева, там, ни на Альфу, ни на Дельту, да? Так же самое и с городом между Чарли и Дельтой. Вот, то есть если вы бьете куда-то в одно, у вас силы сконцентрированы, у противника все растянуто. Вы его просто выбиваете, и противник уже никуда не может доехать. Тоже прикольно. И при возможности заставлять его в этот лес вызываться, распылять силы, мешать концентрироваться на направлении главного удара. Это первый вариант задачи максимум. Второй вариант. Если что-то пошло не так для команды про врага, выходим. Игрок Смеда выходит, занимает лес. Мы же проезжаем прямо сюда и забираем. И на кураже можно забрать тот город между Дельтой и Чарли. Даже не если вы не берете Альфу. Но вы должны быть уверены, что город между Альфой и Дельтой, вот этот маленький, вам не возьмут. Город. О, тихо, там что-то выкатил. Ригибердран, что ты там написал? Как вы думаете, в конце стрима Бустард соберет 1000 на интернет? Только ради этого смотрю стрим крота. Я не знаю. Я надеюсь, у него есть деньги на интернет. А как же мы без гайдов будем? Я на что я вообще стримы буду делать? Вы, блин. Тихо. Тихо так шутить. Перестаньте. Также тут размещается наша разведка Рекон. И вот мы уже воюем за Чарли.
Сделать такой мув вполне реально. Против сильных игроков, конечно, не получится, но я же... Против сильных игроков вообще, там вот они прям почему-то реально против них тяжело играть. Я не знаю почему, но они просто почему-то у меня армия испаряется против них. Такое бывает. Я однократно упоминал, что мы играем не только против... Не забывайте об этой возможности. В отдельных случаях она очень сильно мешает, очень сильно нужна. Примерно треть, ну ладно, 25% моих игр могли бы привести к занятию дальних кварталов, если бы игроки их попытались атаковать. Правильное решение по выбору одной из двух финальных задач зависит от подсчета поинтов. Если мы видим, что противник потерял все, двигаемся вперед. Осталась еще одна зона. Зона облетов. Не думаю, что это прям надо объяснять. Ну, вешаем рекон вертолет, вешаем ПЗРК вертолет. С одной и с другой стороны. Более интересно, защита респа. Кстати, вот я что я хотел сказать, какое слово? Предпочитаю, вот, точняк. Предпочитаю дефать респ в одной точке. Вот слева он поставил вот, маркера. Вот я предпочитаю туда что-то посадить и забыть про респ вообще, как о страшном сне. Но проблема в том, что на этой карте это не получится, тут они обходят с альфы, да, те юниты там пробегают какие-то легионеры, начинают шариться по эхо, убивать все на стрелке, и приходится все равно раскидывать каких-то бомжей, или там какой-то верт вешать, или рекон верт, или реально пехотинцев обычных, самых дешманских ставить, чтобы просто знать, что у вас на респаун кто-то пробежал. Вот, но лучше всего дефать облеты так, чтобы вы поставили один юнит, и вот он там все закрыл. И облет, и объезд, и опрыг, и оббег, все подряд. Первое, с чем мы можем столкнуться, проход противников через лес. Универсального способа законтрить эту ситуацию нету. А дешевые... Просто, короче, ставите пехоту, самую дешманскую, ополчение, там, через каждые 300 метров по кромке леса. Увидите, что кто-то бежал, вызывайте вертолет и все. На малые деньги. Оппонент может пройти справа, слева, сверху, уйти вниз. Вот так пройти. Да, они там бегают. Короче, можно вообще через самый-самый низ карты оббежать там рекон пары, вообще дойти до эховских домов. Это прям unbelievable situation, но такое бывает. Другой музыкант. Это один в ноль, да? Да, музыкант, это один в ноль. Это один в видео. Или ноль в видео. Главное, не смотрите на игры Бастард 1 на 1. Бастард просто иногда жестко тильтует. Я не знаю, вот. Прям жестко. Я иногда жестко тильтую, но, по-моему, он больше. И, наверное, он больше тильтует из-за того, что у него все-таки чаще что-то не получается, да? Он чаще сливается, чем я. Если бы я сливался, как он, я бы, наверное, тильтовал тоже, как он. Ну, в большинстве ситуаций, да? Если там процент побед 60, или 70, или там 80, то и тильтовал бы я на 10% больше, или 20, вот. Так что это норма. Выставляем заслон из большой толпы дешевой пехоты. 4, 5, 6 резервистов спокойно занимают эту точку. Ну да. И да. Видят все. У них нет задачи побеждать, у них есть задача все видеть. Далее. Проблема в том, что когда вам нужно, точнее, увидеть, что там кто-то пострелял по вашим резервам, вот, в этом самая большая проблема. Поставить резервы там не проблема, а потом вот увидеть это и вызвать верт, вот это проблема. Контроль. ПЗРК. Треугольник. ПЗРК. ПЗРК разведка. А можно пойти дальше, вот. Если у вас на респе ничего нет, но там по-любому будет кошмар, да? Вот ваша задача... Вот забороняйте эту кошму, посадите там в дома ЗРКшника и какой-нибудь там пехотинца неплохого. И если противник не запрыгнет в дома, то, ну, все будет нормально. Если запрыгнет, ну, проблемки. Обязательно брать под контроль точку респавна. Старайтесь дефать все. Не надо, точнее, дефать все. Ваша задача задефать то, что вам нужно на респе, то, что вам важно. Если там только кошмар, задефайте только кошму. Не надо задефать слева, задефать справа, снизу задефать, от вертолета задефать, от пехотки задефать. Вот, ну, так не делайте, это очень много поинтов. Это у противника задача найти вашу кошму и убить ее. А у вас задача
что-то там поставить и, скорее всего, оно затащит. Вот и все. Что за программ, с кем ты рисовал? Музыкант, смотри, я смотрю видос, это рисует все Бустард. Вот это, я смотрю видос Бустарда, это гайд. У него там много гайдов. Это он рисует, что за прога, я не знаю. Дискорд Бустарда, ссылка на флаги, т-т-т, Дискорд БЦ. Нету тут названия проги, я не знаю. Не знаю, честно. Я не рисую. У меня даже гайдов нет. Хотя бы Это так, смотрим просто. разведчиком. Сюда может выбежать рандомный ластерщик и начать вам резать технику прямо в точке выхода, прямо на стрелке. Имеет смысл этот лес занять. Ну и основное ПВО размещается вот на этих линиях. Ваша ПЗРК, ваши ЗПТУ, ЗСУ и прочее. Что-то хотел по поводу этого сказать. ПВОшек. Ох, я все-таки бы ПВОшки ставил, да, ближе к кошме. Но если это командная игра, вам нужно защитить фобы, то вообще будет проблема, потому что верт увидит все фобы. Тоже проблема. Защитить фоб вообще, это прям реально надо постараться, чтобы задефать фоб. Представляете? Поэтому берем юрейский пехотный танк, CV и ставим рядом, не экономим. Можно и так. Прога Эпик Пен вроде. С этой стороны, Может ну, быть. город, лес, с этой стороны еще проще. Того оборона будет выглядеть суммарно примерно вот так вот. А зачем вот это справа внизу или там аж справа не облетели? Это риска справа сверху и справа внизу вот этот треугольник. Это не надо. Вам задефать надо слева, а не все, типа. Но лучший способ защитить лес. Увидеть облет противника. Для того, чтобы полностью закрыть лес, Кстати, закрыть да, лес. вариант вот так вот, как на Альфе показал, но у вас тогда начинается паранойя. А что, если кто-то добежал до того, как вы выставили тот заслон на Альфе? Вот что вы тогда будете делать? Вот. Нам понадобится 2-3 сотни очков. Резервисты, ПЗРК, разведка. Для того, чтобы увидеть проезжание противника, необходимо выиграть битву на городе и законтролить, увидеть вражескую. Да, это минут 20-30, если не все 40. Вот это прям очень трудно сделать. Зону пролетов. Я считаю, что рационально, когда за фланги отвечают игроки, поющие на этих флангах. То есть игрок, идущий на альфу, контролирует. Вот это тоже надо такое правило вести, что чел, который едет на точку, ну точнее, вот енот вел такое правило, но что-то про него никто не знает. Чел, который едет на точку, как это ни странно, отвечает за точку и отвечает за фланг, если она, вот чел едет на альфу, отвечает за все левое, вообще, даже за облет. Там, или чел справа, который тоже на фокстроте отвечает за правый облет, или его можно подпросить, если там никакого экшона нет, за дефа еще слева. И также чел, который едет на Фокстрот, ёпта, должен забирать кошму на Фокстрот, а не на Альфу. Или не на Эхо. На Эхо он может забрать только тогда, когда у него пехотная кошма, и он хочет ее посадить в дома. Тогда да, если есть приоритет на Сивишку, тогда базару ноль. Это, судя по стрелочкам Бустарда. Ну да, танк можно, можно. Ну, не, нельзя, вы что, совсем чуть ушли. Так вот, если идти на Фокстрот, забирайте кошму на Фокстрот. Если она пехотная, а больше в тебе ни у кого нету пехотной кошмы, оставляйте ее на эхо, вам кошму кто-то привезет на Фокстрот. Попросите кого-то. Если вы едете на Дельту, и у вас там УАЗик, окей, скажите, что давайте я кошму оставлю там на Фокстроте, либо на эхе, потому что у меня, блин, даунский CV. Вот. Если там у кого-то есть УК, то, ну, на эхо, не знаю, можно его оставить, конечно, на эхо, но лучше всего его забрать на Дельту или Альфу прямо в начале. Это можно сделать. Вот, это потому что вот это потом чел из Альфы ставит кошму вначале на Фокстроте, чела на Фокстроте, шо, правильно, проносят, и кошма сгорает. А потому что не хватило ума, чтобы чел на Фокстроте взял с собой кошму, а не ставил ее куда-то. А чел с Альфы вообще не хочется микрить на Фокстроте, вот прям вот, чтобы вы понимали, вообще не хочется микрить. Потому что это вообще, это даже, это три экрана как минимум до того Фокстрота, чтобы увидеть, что там происходит. Если в команде не обговорено иное. Не на альфу, а с целью окружения дельты. Правильнее было бы сказать. С этой стороны все то же самое. Чтобы прикрыться от облетов, защищаемся в первую очередь. Что ж ты так залагал-то, тварь? Дальний рубеж. Если же нет, размещаем ПЗРК. Опять-таки, вот да, вот он рисует ПЗРК по Брау, фобы ваши будут убиты, там, один фоб останется на Брау, тот, который будет в левом лесу, в лесу.
на Браво в лесу, короче, вот, в большом, слева. Вот он останется, и то, может кто-то посчитать, что там вас трое, а там было два фуба засвечено. И может туда кинуть просто так, и вас фуб сгорит. Вот, то есть вот так вот не дефайте. Это спасет кошму, но не спасет ваши фобы. А, ну, то есть это бессмысленно для команды, для ее артиллерии. Всегда надо дефаться как можно дальше от респа. Да, это проблемно, это больше поинтов. Но выбирайте либо фобы, либо вы потратили там на 200-100 очей больше дефа. То есть вот тут, вот, если там будет ЗРКшник, ему надо как минимум два выстрела, чтобы сбить верт. Этот верт пролетит, просто увидит все фобы. Он еще не долетит до этого ЗРКшника, ЗРКшник еще не начнет стрелять, он уже увидит половину фобов. Ключевых позициях. То есть вот так вот не дефать, это неправильно. Это не деф. Вас убьют все фобы. Вот здесь есть проблемка. С той стороны леса чуть больше, есть перепад высот, и не всегда вражеский вертолет может увидеть все ваши фобы. А вертолет, пролетевший здесь, видит ваши фобы всегда. Да, это правда. Поэтому имеет смысл размещать и на дальних рубежах. Разведку, ПВО, ПЗРК, Разведку не автопушки. надо. Видел я, что и резервистами дефают дальние. Скидывайте туда всякие машинки, браунинги. Просто выделяйте их, отвозите туда. Зоны. Вот. Это дорого. Опять же, ключевой главный Да, это дорого. способ защиты – это контроль облета. Другую сторону я не показываю. Там и так должен быть разведчик. Ну А там, да, здесь отдельно там нормально, там важно зеркашник дотянет. контролировать. Если вам убили разведку, имеет смысл начинать занимать дальние участки. Точно так же игрок, идущий на альфу, как я считаю, должен занимать и фланг. Ну что, давайте теперь коротко подытожим, как будет выглядеть бой. В общем, того. Красные приезжают. Занимают деф позиции. Проезжают на дельту. Занимают атакующие участки. И танковая колонна создает угрозу противнику. С этой стороны обход. ДПС вверх. И вспомогательный удар на альфу. Вход пехоты в город осуществляется между двумя врагами. Далее. Облетка. Самая проблема вот этого всего начинается вот атак на альфу, дельту в командниках. Начинается тогда, когда вам поломали танк. У него нету там половины хп, либо одно хп вообще. Вы вынуждены его отвести, если у вас есть один танк. То, а у противника еще два живых. Да, один танк вы отводите, один танк фуловый. Но он уже ничего не может делать, он тоже должен уезжать. Либо там настреливать как-то мега с дыма, но есть тоже варик, что он умрет реально раньше, чем тот на одном хп. Вот. И тут берется пауза, вы не можете ни наступать нормально, ни обороняться. И если противник в этот момент начнет наступать, ой, вам будет больно. То есть все в командниках завязано на танках. Если вы попадете в такой тайминг, и противник попадет в такой тайминг, то, скорее всего, вас выбьют. То есть у вас будет, не будет танков, не будет чем отстреливать танки противника, и он просто наспамится, и вам гаплыт. Противооблетка. Ну и в дальнейшем распространение своего влияния на альфу. Я не буду обсуждать сейчас уникальные стратки, как, например, врыв в город. С этой стороны это не принципиально. А вот синяя сторона может с этим столкнуться, там только добавляем лишнее ПВО. Но есть бэкап стратка, о которой необходимо поговорить. Это врыв колонны одного-двух игроков между лесами на Фокстроте Чарли. В этом случае необходимо решить, необходимо оценить ситуацию и решить, что удастся сделать быстрее. Забрать город за счет отсутствия там противников, либо отбить противника. Если врагов много, в этом случае красная армия, красная колонна смещается сюда и идет приход подкреплений с респа. Ему нужно, чтобы как можно быстрее уничтожить синюю стрелочку. Не остановить ее. Не... Блин, бастард и войны стрелочек, да? Ну, значит, если у 14 должны быть 8 танков, этого хватит. Возможно. задержать. Тут прикольный вопрос. Вот что раньше, вы уничтожите синюю стрелочку? Или вас возьмут желтый треугольничек в виде города? Вот и что? Вот ваш ответ. Окей.
полноценный размен. Вы уничтожаете синюю стрелочку, но у вас забирают желтый треугольничек. Или наоборот, вы берете желтый треугольничек, но у вас падает синяя стрелочка. Она забирает лес, лес. Вы до желтого города вообще не доезжаете уже. И желтый город тоже упадет. Вот, потому что фланги. А именно быстро уничтожить, чтобы это направление больше не отнимало у вас сил. Если вы используете эту тему, вы должны учитывать, что вас будут с синей стороны, вас будут фланкировать. И Это правда. наступающая колонна на город также. Но вот с желтой стрелочки внизу никто никогда не привезет туда топовый танк, если вы играете в 2 на 2. Ну, скорее всего, я уверен, что в 90% случаев такого точно не будет. То есть вас будут, по вам будут бить максимум из верхней желтой стрелочки, а с нижней желтой стрелочки будут летать ПТшники. Должна будет ударить по флангу этой стрелки. А вот насчет синей стрелочки сверху, да, тут согласен. А еще прикольно, что вы даже можете ничего не ударять, а просто забрать дома, посадить туда Аптуру, и чел на дельте с желтой стрелочкой уже будет это в желтых штанах. Никогда не мог победить у синей стрелочки, она жесткая, камрон. Я тебя понимаю. Есть такая колонна, в принципе. В общем, необходимость. Представляете, чел зайдет, посмотрит гайд и такое. А, тут стрелочками воевать. Блин, какая же классная игра. Заходят там какие-то вонючие танки. Модель, еще и арта куда-то стреляет. Фу, помой. Друг друга поддерживать. Но это не основной способ игры. Только лишь упомянул. Синяя сторона. Разъезд. На позицию, разъезд на позицию, разъезд на позицию, контроль, приезд в. Тут уже третья стрелочка слева, дальше за город она выходит. Вот вы туда, если посадите рекон, либо вначале он не доедет, потому что противник пушит этот город, либо вы его туда посадите, и он будет сидеть всю игру и вам классно светить. Или противник быканет и захочет его выбить тоже. Такое, я бы его туда не ставил, потому что отсюда просто тяжело убежать. Вот куда вы там убежите? Ну, влево по леску. Ну, окей, убегайте. Что это вам даст? Вас тоже найдут. То есть я никогда не сажу юниты настолько далеко, что вот я не смогу их прикрыть или отвести. Даже более главное это отвести. То есть не надо запирать своих юнитов где-то прям в адском аду. Город, приезд, опять же, пролески, колонна номер один с дальнейшим прострелом, колонна номер два с дальнейшим прострелом и вход в город. Дальше. Акцентируем свое влияние, свое внимание на вот этом участке. То же самое, если противник будет врываться к вам на вертолетах, необходимо оценить ситуацию, сколько там приехало игроков. Если в кратчайшие сроки захват города, твою мать удалил, если в кратчайшие сроки захват города невозможен, необходимо переместиться всеми силами и выбить как можно быстрее этот город. До того, как там появятся птуры, до того, как город возьмет под контроль ваш тыл. Вернее, то, что должно быть вашим тылом. Либо же, если быстрое наступление возможно, то форсируем наступление и проходим город. Ой, не, я Работает. вот, вот я раньше так делал, вот когда была Балтика жива, еще Еврокорпус, я вот так делал. То есть на пуш жесткие противника вы отвечаете своим пушем в другую точку, и потом вы такие сидите, такое, ага, вот у меня есть точка, окей, у противника есть точка. А что дальше? Он будет дальше ко мне лезть или будет лезть на мою точку? И там надо что-то придумывать, думать, выбивать. Ой, да. Сыграть за СССР или красный мех через 2 Су-25Т. О, господи. Подождите, а почему не показала? О, а как посмотреть еще раз? Нифигово звучит. Ча-ча-ча. Кринжевик. О, спасибо, спасибо. Сразу сэр или красный мех. Вот. Надо красным мехом попробовать. Гамал я совком, это да, я видел, как Пикуда гамает красным мехом, и я такой, братан, у тебя же ноль юнитов, у тебя пол деки это Югославия. И он такой, да не, ну вот же оно, ну вот же оно классно, ну почему ты говоришь, что я играю помойкой?
А я такой, да нет, ну ты же играешь, помойка, ну посмотри на себя, что ты делаешь? Он такой, да нормально все. Вот. Это международный язык стрелочки. Даже Разман заходил на стрим сегодня, кринжевал. Да. Разман тоже сказал, боже, что ты смотришь? Это же жесть. Ну, блин. Постар где-то возле истины. Где-то рядышком, а может вообще не близко. Кто его знает? Проблема всех гайдов в том, что много воды идет. И новичку вот ничего не понятно, если честно. Вот вначале я вообще не втыкал, что за игра. И как в нее играть, и вообще выигрывать. И сделать нормальный гайд, у которого не будет лишнего слова, это надо постараться вот, прям очень сильно. Еще и понятный гайд. А как сделать понятный гайд? Это ж столько воды, это вы пытаетесь описать, как должен работать танк через то, как работает стиральная машина. Ну, типа, это ж почти нереально. Потом переключаемся на Дельту Фокстрот. Вот еще позиция есть. Так, что забыл? Точки для арты вот здесь, точка для арты вот здесь. Смотреть внимательно. Это не для, указываю не для того, чтобы артить, а для того, чтобы вы могли избежать арт-удара. Позиция для рекон верта. Позиция для ПВО где-то здесь, где-то здесь. В дальнейшем необходимо двигать вперед при продвижении. С этой стороны позиция для ПВО. Не конкретная точка, а ПВО должно быть в каком-то радиусе, чтобы... Да не, с Чарли там, где ПВО стоит, там его надо в лес только вот этот ставить между Дельтой и Чарли. ПВО между Чарли и Альфой, ну да, ладно, там где-то там. А можно просто его в поле поставить, если у противника нету реконверта, потому что, ну а как, оно по-другому не достанет. Даже в тех лесах, которые я назвал, оно не достанет. Там, где Бустарду это показал, ну, скорее всего, тоже не достанет. Или там на один залп только. не попадало под арту в каждой игре, когда вы ставите, когда все ставят ПВО в одну и ту же точку, в эту точку будут прилетать артиллерийские удары. Так. Ну и короткое описание. Первая контрольная точка контролирует подъезд, контролирует дельту, контролирует альфу. То же самое верно с другой стороны. Вторая точка контролирует лес, контролирует лес, контролирует дорогу. Если же это вверх происходит, то контролируется заезд на фокстрот, спуск и тыл оппонента. Третья позиция контролирует этот участок. Четвертая позиция. Это уже фантастика, что вы сможете занять. Вы будете видеть, что происходит внизу. В случае неудачи с этой стороны занимаем город и спокойно работаем в разные направления. Занимаем город и вокруг него обходим на альфу. Попытка совершить более глубокий прорыв для дальнейшего обхода противника. Сейчас пытаюсь вспомнить, что еще забыл. Вроде бы все сказал. Если что, задавайте вопросы. Может быть, отвечу когда-нибудь. На этом давайте заканчивать. Всем спасибо. Всем... Когда выйдет следующая карта, не знаю. Так, понятно. Запускаю варгам. Так, сейчас. Перерублюсь. На Мегаварке Red Rocket. И запущу чатик. И мы сейчас будем смотреть какие-то каточки. Опера Бэмс. Дроу Варгейм. Так. Сейчас я сделаю плюс чат себе. Игра Лантады ПО не достает между Чарли и Дельтой. Да, так там, чтобы ПО достало, надо нормально так попотеть, понимаете, в чем прикол? И просто так куда-то что доставить, это прям не то. Би в бруде, так. Грейхаунд с НБК играл. Вот это мы играли. Вот, смотрите, тоже катка против человека, который вроде бы играет вечность. Которые что-то знают. Денис Сталин. А Денис Сталин с той стороны. Вот как мы тут отыграли? Вот тут что можно по вот этим стрелочкам сказать? Блин, аж самому стрелочки захотелось порисовать, понимаете? О, сейчас залет будет в этот город. Ух, ничего себе. Смотрите, я тут играю чем? Мотор Анзак. Ну, конечно, мотор Анзак. Классика. Каждый день таким играю.
О, смотрите, летит напалм. Жесткий налет. Туры из РКшники. Напалм. Знаете, в чем прикол этого напалма? Оказывается, он сразу стунет. Я не знал. Тут это было мега неприятно. У меня дальнего ПВ нет. Послал сразу от Кис. Какие-то Миланы. РКшники выгрузились не там, где надо. Но мы сбили как-то один за девятый. Тут плюс... Я пока здесь воюю. Они тут вдвоем, да? Ну, да, Дениска. Еще один Денис. Подожди. Реально два Дениса. Нифига себе. Ну, ЗРКшники, да, не было дальнего ПО, то есть высадка произошла. Ого, ничего себе. Чапораль сбивала вертолет и сбила его над реконом. И рекон такой, а как жить? Тут 111, эту позицию я не занимаю. Почему я не занимаю? Потому что я думаю, что с этого дома рекончик и птурчик где-то здесь, да? Он достанет сюда и увидит там, если рекон здесь будет бегать. Я надеюсь на это. Поэтому я занимаю вот это. Это ловушка леса, знаете? Кто в нее зайдет, то сразу будет получать у борта. Тут эфка, чтобы хоть как-то разгрузить. По-моему, разгрузил. Потерял эфку. И тут важно, что директор ставит сюда танки. Я во своих играх все стараюсь вот сюда вместить танки, поставить их здесь, чтобы они не давали приезду в город. И тогда город падает. Вот, все, тогда изи. Плюс вот это все перетягивается сейчас вот направо. Ну, а тут я просто стал вот здесь и всех расстрелял. Ну, это было несложно. Теперь задача заехать в город просто. А вызова нет, как и дефа, кстати, нет. Ну, тут кто-то не зашифтил. И я все вамбаты забираю направо. Много директор отстрелял. То есть нормально погибло. Чельчики не доехали. И пытаюсь спасти Милан и РБС. Мы быстрым маршем на кофе. Мы просто стреляем. Все. У них не хватит сейчас сил, конкурсы. Кстати, что он конкурс так убого посадил? Пытается отбомбить. И падает, ну, неудачно. Плюс заехали пацаны с другой стороны. То есть, ну, понятно, что город упал. Город уже окружили. Главное сейчас танки не потерять. Чапорали просто забейте. Это играет директор, но ну, чапорали не попадают. Это классик. Не знаю, две чапорали никого тут не сбили или сбили кого-то. Ну, очень плохо стреляли. Патриот разрядился. ВЗХа. Так, командос, видите, командос откуда приехал? Командос не поехал с этой дороги. Тут он приедет без ничего, без прикрытия, без стрельбы. Командос поехал оттуда, где есть танки. Это очень важно. И вот он спокойно доехал. Ну, как спокойно, там отделение почти откисло. Но тут ВЗХа, проблема танков, да, директор был где-то away. Поэтому почти заньши въехали, почти, но почти не считаются. Ушки, фантомы. И вот, получается, окружили город и заняли его. То есть это несложно. Противника вообще армии нет. Жесть. И дальше спокойно все занимаем, потому что, ну, пчела просто самолеты. Да, и тут все занимается. Вот, смотрите, тоже важный момент. То, что я говорил, что можно, и Бустат говорил, можно взять этот город. Не беря, брат. Но вы не берете, короче, альфу. Вообще, даже не знаете, что тут. Заслон какая-то стоит. На респе и CS-ки, РБС-ы. CS-ки. Вот. Тут можно было больше накинуть, но это такое. И тут главное, чтобы у вас в этих домах кто-то всегда был. То есть это СРКшник, если вертолет отсюда прилетит. Обязательно пехотинец, который стрелит всех, кто будет бежать к этому дому. И птурщик, который стрелит ДПС, который будет стрелять по командосу. Это основа. И все. У нас столько юнитов. У противника вообще нету ни танков, одни самолеты. То есть его можно просто наказывать. И вот в этом моменте, вот я в этом моменте я сказал, доставая из РКшников, они все порешают. Он такой, то ты смеешься, там столько самолетов. Ну так вот, у меня какой-то РБС тут сбил там чуть ли не 4 самоля. В таких ситуациях, когда у противника очень до хрена самолетов, сажаете просто
ЗРКшника плюс-минус там на линии столкновения. Вот, и все попадает. Чапралик, видите, вытаскивает, но не все. Вот РБСы должны воевать. Вот смотрите, РБС на нуле тоже. Тут РБС, тут РБС. Оно хотя бы маленькую, хотя бы никчемную тычку, но сделает. Да, четвертый фугас на 200. Вот, а вы представляете, если бы он достал этот стингер, который 70% попадания, да? То есть патриоту раз попасть и попасть РБСу раз, и все, самолет уже мертв. Прям это мега важно на самом деле. Ну тут просто диктатура двух танков. Вот видите, прилетел чел и все. Все. Он РБС сбил, получил элиту. Да, говно самолет сбил. Но такие налеты не проводятся говно самолетами, потому что их можно достать много. Ну тут просто. Деф. Тут, кстати, чельчик был. Он был засканен. Он нарвался на рифлмана. Но все. Пошел Сасор искать. Может быть, тут вертолет еще где-то был. Так вот. Ну и тут больше ничего интересного не происходит абсолютно. Мы сели в дома и все. Дальше нам даже не надо. Мы просто стоим, сбиваем самолеты. Даже такое количество дека, как у меня, вот я полторашку набил. Да, потери А тот же ты берешь 1200. деку США 4 на 4, супер кобры. Ты берешь деку С4. Суперкопры? Да. Почему бы нет? Вроде да. Я бы не отказался Супер Кобра плюс Лонгбой. Это весело на самом деле. А у меня есть она? У меня нет такой деки даже. Я походу... А, вот она. Или не беру. Да, беру Супер Кобра, Лонгбой, тут плюс два Такамса. Да. Беру, потому что почему бы и нет? Все-таки антирадарная ракета. Да, ее там микрит некоторые. Вот это все. Ну, микрите дальше. Успехов вам, народ. Так, еще какую-то прям прикольную игру надо посмотреть. Вот Грейхаунд. Вот, я против Грейхаунда играл. Вот вы сейчас увидите, как я профукал город и не стал об него сливаться. Грейхаунд внизу. Я вверху. Причем я играю Еврокорпусом, да? Да, я играю Еврокорпусом. Он играет Канадой. Канадой, Нарадом. 45 минут катка шла, потому что я его всю игру пытался выиграть. А, тут нет, отмена. Тут была ничья, но по правилам турнира это выигрыш мой, потому что у меня было больше поинтов. Вот, у него высадка, плюс он дымит. Тут какой-то разлет у меня. РЦшки, смотрите, РЦшки справа, вабы слева. Про то, что Бустат говорил обходить. Надо обходить. Не топ приезжает. Леклерк уже по левую сторону. Проблема у пионеров была. То есть пионеры быстро легион убили. Легион попал в контузию и все. Плюс то сейчас Леклерк попадет. Моя Кассиопея пролетела в поисках Фоба. Я не могу нормально стрелять в дома, плюс еще дымы. Да и нечем особо стрелять, кроме клетки и ваба. И вот под таким вот спамом он просто расшатывает дома. У меня сейчас еще реклерк упадет. Да, он заезжает в лес, в город, то есть задача не выполнена, я не смог его обойти. Минус патроны. Минус Леклерк, да. На этап я не сбил. И все. Вот, то есть у меня остался только спам. И птуры. Вместо того, чтобы это все сливать, надо откопиться сейчас. Отходим назад. Плюс я кошму, кстати, раньше его поставил. Ищу фоб. Фоба не было. И все. Дальше пошли копиться. Новый Леклерк. Кратали, буду заходить через альфу, либо вообще буду дефать и просто поставлю кошму на дельту и на альфу. И поставлю при этом всем ПВО, чтобы сбивать его найтхак. Ну, фоб, да. Не было у него фоба. Я просто рандомил. Даю кошму. Леклерк есть. То есть будем сейчас дефать кошму и дымить Леклерк. Пара не дошла.
фигово прикрыта была. То есть и под дымами ставится леопард. Плюс еще одна кошма. Вот 14 минут игры только прошло. Но плюс еще одна кошма. Это жесть. Но он-то тоже вызывает кошмар. Еще один танк. Смотрите, как он дефает. Да, справа 1 на 2. Тут Акав. Слева МБТХ. Тут какой-то спамченко. И плюс канадские на второй линии, потому что я могу залить артой. И вот это все будет в контузии. Ставлю кошму, получаю плюс один. Резервисты. А, резервисты тут были, чтобы продвинуть команду с пару. Блин, я, наверное, это не заснял. Но вот видите, то есть вы не можете просто так взять и поставить рекон. Вам, ну, не всегда это можно. Иногда это прям большая проблема. Тут проблема в том, что команда, кстати, стоит где-то не там, где нужно. И тут пошло отбитие. Отбитие все, что он сюда загнал. И вроде я отбился. Кошма, кошма вышел. Тут тоже заслонка, чтобы никто ничего не обошел. На базе гепард стоит. Ну и фоб спрятан. Видел, где хавка, но я не попал по ней. Вот, видите, как вовремя дымлю. Я не знал, что не видел, что летело, но. Ну и ладно. И тут вот ему надо что-то делать. Потому что у меня сейчас 96 поинтов, у него 23. И у него проблема реально. Ему надо что-то где-то выпушить. Где-то надавить, собрать больше войск. Где-то получить преимущество. Вот. А это альфа. Он пытается альфу взять. У меня тут, то есть, нормально, видите, я тут нормально бегаю, все не, ну, плюс-минус не в одном месте стараюсь ходить. Забираю тут какие-то танки, то есть я постоянно его вынуждаю атаковать. Падает моя кошма. Гренадеры не 90, роняем немного. Тут он нормально залился. У меня нормальное количество мардеров. Но сейчас проблема. У меня не будет пехоты. Пехотки плюс... Я танк вроде потеряю. Проблема в том, что вот эти все мардера умрут от канадских вроде тоже. А, и лучше еще от одного танчика. У меня сейчас огромный перевес был по ДПСу, но я весь его потерял. Представляете, сколько здесь погибло машин? Можно было вечно стрелять. То есть проблема моя, что я пошел рано вперед. Если бы он еще раз сейчас проатаковал, еще раз залился, у него бы вообще не было бы армии. Это то, что мне и нужно. Мне нужно, чтобы он атаковал. Он это делал. Проблема в том, что я еще потерял кошму в этой атаке от него. То есть его задача выполнена. Теперь мне надо привести свою кошму, поставить ее, опять накопиться и пойти вперед. Но тут мы уже начинаем тильтовать. И он, и я. У него плюс один. Я начинаю тильтовать. У меня 96 поинтов. Он начинает тильтовать из-за этого. Поэтому шо? Правильно. Кассиопейный хиллераж. В чем прикол? Это можно было бы не делать, и я бы, скорее всего, выиграл. Выиграл нормально. То есть не добился вообще ничего. Поинты потрачены впустую. Все застревает, все не доезжает. Скопился он тоже нормально. Да, я не могу дальше пройти. Ни он, ни я. А, я еще и танк сейчас потерял. Еще один Леклер потерял я. Он столько минометов вызвал. Он столько... Вот у него... Два чипороли и по три тот. Это просто забей. Это вообще не аргумент, когда играет директор. Да, я знаю, Стас. Поэтому доставай ЗРКшников. Это нормально. Минометики достал. Не один минометик, как у меня Кассиопея. Вот я достал 4 Кассиопеи, он достал 4 миномета. Уже спамовые заезды. Ну, это все не важно сейчас. Игра была выиграна на том моменте, когда он пошел на меня и слился. Мне просто надо было не сливаться. Вот, я это не выполнил. Но он слился раньше меня. То сейчас я пытаюсь всю катку ему убить кошму. Абсолютно всю катку. Он меня пытается убить кошму, и я ему. Тут вообще на тоненького. Трата гусеницы, Элмао. Так. И у меня еще пошел плюс сейчас. То есть, видите, у него нет пехоты, но у него есть два танка. У меня нет пехоты, но есть какие-то кротали, мардеры и рекон.
И резервист. Классно, просто имба. Тысячи слитых поинтов. А, вот ты пошел в атаку, да, и меня продавил. О, тоже такой маленький холераж сделал. Плюс Thunderbolt сверху. Но все равно, кошмар на дельте не хочет падать просто вообще никак. Из этого вышла ничья, вышло 3800 на 3300. То есть залился я хилерашем плюс слева. Поэтому настолько поинтов. Вот. Так, что бы еще? Что бы еще такого прикольного? Буланжер играл. Интересно, что тут было. Но он тут проиграл, по-моему. Вроде бы. Я помню, что он тут проиграл. Или не. Ой, тут был Найтхаб на старте. А, не, это был Брейнрот. Это был Брейнрот? Ну, наверное, смысл тот же самый. 6 минут мы что-то играли. Что-то ему не понравилось, он ливнул. Что произошло за 2 минуты? Найтхак на старте? А, мега высадка. Ну, высадка страшная только в начале. Тут просто Динадас плюс РКшники, они все разрулили. Да, и тут... Ладно, я тут просто укокошил ему всю армию. А 110 поинтов потери, это Ададс. Где бы такую катку найти, прям, чтобы нормально? Милиционер, Леха Челюсть, Желемен тут был. Дудя играл. Крот в Джаки игра 1. Тоже какая-то турнирная игра. Вот что мы здесь сделали. А. Ладно, забейте. Это тут... Принцип тот же самый. Обойти город с двух сторон. Но просто я тут разделил танки. Потому что чел артил на старте на дорогу. И потом потерял 3 модерны за секунду. Но тут задача та же самая была. Я знал, что у него деки только модерны. У меня тоже тут модерны. Сейчас посмотрим, как я разъехался. Но принцип во всех играх тот же самый. Плюс-минус все, что показал бы старт, что куда ставить, оно так и работает. То есть, если это новичок смотрит, да? А потом уже по количеству игр будете обучаться, смотреть, что как оно реально на самом деле там происходит. Вот, то что он пытается модерна в борт. Тут не закрыто, поинтов нету. Мои модерны сражаются с его модерном. То есть, видите, у нас не на центре поля они сражаются. Это важно. Я не могу к центру поля подъехать, потому что в домах могут быть плюры. А ему тут вообще комфортно. И вот. Бэхи с турами едут слева, танки справа. Всегда должны стрелять противнику в борт. Хотя бы на таком маленьком участке. Вот, что я делаю? То есть, я вижу, что у меня едет модерна в борт. Я понимаю, что, скорее всего, я сейчас буду ловить борта так нормально, поэтому просто отойдем, накопим ПТшник. Да, 25к летит, я разделил. Завтра будет разбор стрима Крота от Стрелочника. Может быть, Стас. Я буду не против. Бэхи мажут. Они выехали... Видите, как выехали? То есть, мои бэхи тоже так как-то в борт будут им сейчас стрелять. То, что я отхожу, я понимаю, что мне надо сейчас отойти. Стреляться против трех модерн бессмысленно, плюс еще борта. Вообще вот. То есть я просто обхожу с другой стороны. Модерны далеко уже уехали. Я перемикрил, надо было держать их где-то вот в районе таров, чтобы мы спокойно стрелялись с модернами. То есть, да, отвлекали друг друга. Вот, 25к летит. Чел пытается одной андавой задымить всех и вся. Тут я его на секунду увидел, минус. Минус. Тут уже осы, ну, без разницы. И тут он все равно борт. Я не знаю, вот, как... вот так никогда не делайте. Вот как вы можете к домам ездить бортом, когда у вас в них никого нет, и когда вы видели вражескую пехоту, это просто так никогда не делайте. Ну, а ты вроде тут сейчас кто-то шмалет. А тут неважно, кто шмалет.
Модерна в борт, конкурсе в борт или мотострелок. Типа это все страшное. И вот. То же самое. Ну, типа, вот так вот никогда не делать. Не пытайтесь воевать против всех сразу. Вам надо стать так, чтобы вы закрывали как можно больше пространства противника, но точно не бортом. Зря сюда поехал. Потерял три танка и вышел. Это Блин. было незаконно только что. Незаконно? Репорт. Репорт? Да ну, не. Все было законно. Блин, вот дайте Дудя, как играл Дудя. Так. Дудь играл за народ механ. А, не, просто этот. Ой, какой народ. Дудь Джорман общий. А я играл за мега. Мега что? Что это такое? Скандинав? Это скандинавский механ. И... Нет, это Дудь Джорман? Ёшкин Дрен. Я не знаю, что это за дека, пацаны, думайте сами. В деке есть Германия, Дания и все. Германия и Дания. А вот тогда чем играет? Он Еврокорпусом играет. Опять-таки. Ох, ёшкин Дрен. Смотрите, как я потерял 240 поинтов, но я убил 2 Роланда. Тут, как всегда, мы ничего не успеем замикрить. Тут минимальный деф. Но рекон, да, вообще. Это все происходит из-за того, что я не микрю. Рекон должен быть здесь, возле Птура. Птур тоже в таком себе позиции. Он должен быть где-то справа. Тут Птур не размикрен. Все, поехал на один танк. И Дудя, увидев, что у меня два А1, подумал, что нормально все. Тут Турщик отработал роль. Он прошиб неплохо танк, не убил его, это нормально. Главное, что он его прошиб. Тут уже закрылись дома. То есть я с одной стороны нападаю, он с другой. То есть не так, зеркально атакую. Тут мой блок летал специально, потому что я ждал от него ПТшника, что и произошло. Это, конечно, да, это игра не для разбора такая. Количественная игра с моей стороны. Ну и ладно. Я же люблю творить магию всякую, знаете. Ну, два ПТшника. Мардер пострелял немного в жопу, ну такое бывает. Два ПТшника на старте, почему бы нет? Сейчас ПТ самолет. Заезжает. Не успели два первые выехать. А тут налет. Но тоже позиция хреновая, потому что 2-4 все-таки на большой дистанции от меня, я с ним не мог воевать. Но зато тут резервисты не заходят. Приехал. Тут мне почему-то захотелось убить Роланд. Я убил Роланд, но потерял автоматик. И 2-2 первых, да? Да, жесть. Но я убил Роланд, ну вот это скилл, но зато у него Роландов не будет. И все. Ничего не осталось. Надо задефаться. А тут минимальный деф, да? Бо старше отвечало, но тут так и есть. Тур здесь, тур здесь. Тут можно дальше продвинуть. Рекон, я вижу, что можно погулять. Я его вывел сюда, чтобы видеть 2-4 и видеть, что здесь происходит. Минус 2-4. Минус мой рекон, потому что я его вывел. Он заливает. В доме есть птур, тоже важно. Пеструн убил гепард. Птур, птур, птур. И слева тоже птуры. И автоматик. То есть, ну, обстрел круговой. Да? Полукруговой. Но все равно не справляюсь с тем, чтобы его не пустить в город. Ёшки, автоматик. Нет. Да, автоматик был слишком близко, эти были не на мне. Тут что-то я убил. Тут еще один 2-4 сгорел, но зато он зашел в дома. Плюс поставил сюда рекон, что тоже не очень приятно. Тут еще рекон, но у меня тут есть автопушки, то есть нормально. Тут я бомблюсь уже, потому что могу. Важно, чтобы... А когда юнит откадешился, вы сразу его
сразу его в бой, потому что он должен что-то набивать. Тут рекон пара, но она ничего не делает, и мой танк тоже ничего не делает. Я вот вижу, кстати, это. Нет. Эрик, он танк не добивает. Ну, может, и стоит он не так, как надо. И все. Дуди тут остался только танк, заново собирать, все. У меня еще... Так, шмат тоже стоит. Блин, ну вам надо, наверное, найти где-то тапанские каточки. Тапанские каточки. Может, они где-то и были? Да я не знаю, где они. Компьютер, компьютер. Леха Челюсть. Посмотрим, как играл Леха Челюсть. То же самое абсолютно, скорее всего. Тут деф, тут деф, тут турикон, тут птур, тут птур. Тут танчики, тут какие-то автопушки, пехота в город побежала и рекон где-то здесь. Ирик, он вначале не попал, у него общее, да, скорее всего. Едет топовый вихор. А, подожди, это у меня общее. А-а-а. Тогда разворачиваем карту. Тут попытался высадить мне 17-й Defender, да, норм, классик. О, а что делает Дудя? Дудя вообще фоксурит не керит. Ну и зря, кстати, вот. Можно наказать его за это. Тут есть рекон птур здесь, рекон сюда, вешают какие-то дикунсы, плюс мардеры, ну и птур сюда идет, окей. Рекон не туда заехал. Заехал вот сюда, я люблю, кстати, садить птур, потому что все равно он наносит урон, то есть он Я тут... знаю, откуда у Бустарда эти приколы. Мы с ним как-то играли на этой карте, и я заехал на Чарли. Рассказывал что-то, что идеальный заезд был для 2 на 2 формата. Стас, походу, живет в прошлом, у него там стрим. Это не в актуальном. Ну ладно. Да, тур сажу сюда, потому что он просто стреляет. Вот мне не важно, что он борт. Мне важно, что он будет ваншотать хоть что-то. Кого-то, наносить урон. Вот это важно. Тут пацаны тоже, наверное, не на микрил. Да, должны заходить с этой стороны. Вылетает пламень. Тут сова что-то делает. Просто забейте, я не знаю, что тут делает сова, граничарю, но видно тут мастер микрил. А он что-то в дома никого не садит, посадил. Ох, больно. Бэм. Сова выжила? Сова выжила. Да, но рекон танки проблема. А тут он сейчас профукает танки. Ёшкин дрен. Ёшкин дрен. Вот это экшон. Видите, турчик. Оп, здорово. Танчик выжил. Вот проблема или наоборот преимущество топовых танков в ранкеде. Это бетонная стена, которую вам надо что-то с ней сделать. И вы на протяжении всей игры пытаетесь убить один топовый танк. И теряете просто все поинты. Вот абсолютно все. Вот он сейчас залил два танка. Это 200 поинтов. Плюс самолет 160, это 360 поинтов. Этот танк уже окупился. Вот так вот. Тут мега деф. Тут птур, тут рекон. Все-все не в лесах. Бомблюсь, потому что могу. Не хватает рекона, тут отправить вперед, чтобы два первых пострелял. Тут другу приходится подсвечивать всем, чем можно подсвечивать этот М41. Потому что это проблема, прям оказалось. Выпиливаю рекон, это тоже важно. Вот просто рекон это первое, что надо убивать. Тут Дудя переключается в сторону Чарли, чтобы пушить. Не знаю, зачем этот Гале был нужен, но ладно. Во-первых, я забрал. Окей. Вкатывает блоб. Накопил, я это сразу понимаю. То есть мне сейчас, чтобы ехать в дома, ну ничего нет, чтобы ехать в дома, поэтому что, занимаемся по мере прихода всех задач. То есть сейчас задача дома все равно ничем брать, поэтому отобью то, что есть. Турчик. Пеструня. Минус пеструня. Который едет до базы.
Не знаю, зачем вы так делаете, так не делайте, особенно в один на один. Но восьмая минута игры, ехать на респаун, это бесполезно и бессмысленно. И это залив. То есть тут он максимально расстроился и уже творил дичь. Или просто творил дичь без расстроился. Тут драгонеры тоже. Там вот, слишком близко было, я не отбомбил. Ну это все какие-то помойные игры. Это типа старт описать, да. Давайте, может, найду сейчас какую-то игру. Тут вот, смотрите, куда я топовый танк вызвал. Вот как вам такое? Я понимаю, что я вот этим топовым танком могу просто переехать драгониров, они ему ничего не сделают. Если только не в упор стрелять. Размены самолетов. Тут опять туры поехали. Потому что я понемногу их выпиливаю. Да, что, Дудя вышел? Да, Дудя вышел. Эх, но командники выглядят... Почему-то для меня командники, вот абсолютно понятно, что будет происходить в командике. Это просто арта, спам и топовые танки. Это единственное, что может происходить в командике. Вот в данной мете игры. Это просто единственное. Если только карта не зеленая миля. Вот. Хотя, ну мы там находили, где партить. Что это было? 4 на 4? Дудя, директор, Гуччи, это я. И вот, вот что, как вы думаете, вот, ну, 4 на 4 на бою в грязи. Вот, ну, что вы думаете будет происходить? Так, арта. Немножко арты взяли. Так, чуть-чуть арты взяли. Всего лишь там сколько, 7 установок? Чуть-чуть, так, арта есть. Чё по танкам? Ух ты ж, ёшкин, тут что, нету топа? Окей. Тут нету топа. Нету топа вообще. Ладно. Что вот в этих челичиков? Два фоба на всю тему. Есть чел, который дефает. Едет дефать. Вот, вот где бустард купается. Вот же оно. Вот это ж прям вот этот самый смак. Вы представляете, вот я там какой-то помойный один на один рассматривал сейчас. А вот, вот к чему он делал гайд. То есть, вот же оно, ну. Ну вот это основа, основа для кого гайды. Ебейший вертозакуп. Ну. Тут топовые танки есть? Вот смотрите, вот. Если у вас нету топовых танков, это минус раз. Нету арты на старте или потом, это минус два. Тут еще чуваков нету фобов, это третий минус. Ну, спама тоже нет. Ладно, четвертый минус. У нас хотя бы арта есть. Вот смотрите, у нас... А, нет. Чем тебе Т-72 не танк? Да, согласен. Вот у нас есть спам. Спам. Вот в виде мотылых. Есть арта и фоб. Вот уже три плюса, да? А в челичиков, ну, просто нихера нет. Вообще нихера нет. То есть они сейчас не приедут на войну. Чел придумал фиаз. Архангел. Или кто ты там? Кто ты? Рахани. А, ну ему вертодроп не страшно. Арта не страшна, правильно. Чел высаживается в эти дома. Тоже так не делайте, это бессмысленно. Если противник будет лететь на вас, высаживаться в эти дома, он возьмет какой-то противовертолетный вертолет. Вы упадете. Вы будете снижаться тоже долго. Это все время, оно пока высадится еще под арту попал. Ну, короче, дупа дупная. Тут чел тоже неплохо приехал. То чел взял дома, а смысл? А, подожди, так бухи откуда-то сейчас явились. То есть, ну, бухи есть. У нас все есть. Вот представляете, есть танки, есть фобы, есть арта и есть спам. Все, вот в командниках вам ничего больше не надо. Вообще ничего не надо. И пару хромосом запасных. Все. Это, ну, просто это все. И, ну, как вот в это играть? Это идеальный баланс победы. Чел высадился, тут не микрит, чел играет на всех флангах. А тут вертовысадка мега, окей. Буфалосы не вытаскивают. Буфалосы не вытаскивают, потому что много спама, много стволов. Ну, мотылыги подъехали впритык, сразу не стрелял.
Ну тут, да, вертораж, я тут запарил, кстати, мы просто что-то все думали, что все будет нормально, но я-то знал. Поэтому арту я свою сразу отвел. Высадили нам кошму. Подвигали ее зачем-то. Тут вообще непонятно, зачем двигали кошму. Ну, забейте. Высадка. Дома забираются. Еще спам подъехал. Адвард на БУхе. Мы сливаем все поинты от БУхи. БУхи уже настреляли там по 8 листов. Конбебры выбамбливают копы. Вообще пофиг. Еще всего лишь 5 фобов. Пока они наши 5 фобов вывертят, у них 2 фоба точно кончатся. Все, мы даже кошму поставили. То есть вот это, что он тут делал, это, ну, ничего ему не дает абсолютно. Булухи живы. Там пытаются кашпиры еще заехать. Какой-то огонь помойный. Ну вот чел понимает, что сюда надо садить птур. Окей, посадил птур. Это то типа буфалос, это архангел. То, что вертораж. Ну, тут тим что-то там подвоевывает. Это тоже все помои. Это все помой. Вот это все выносится просто на раз-два. Одним танком за 150 и одним реконом. Все. Вот, вот смотрите, вот вы представляете, вот эту концентрацию сейчас самолетов, арты, при том, что там даже фобы выбили. Ну, танков, ДПСа, чельчиков все раскидано по всей карте, оно намазано таким тонким слоем. Ну, бессмысленно. Все бессмысленно. Мы выбираем где-то одну точку, на нее надавливаем, все там все падает. Эта точка дает нам большое преимущество. Они пытаются задефать всю карту с начала игры и не получают с этого ничего, потому что у них постоянно что-то падает. Потому что они играют по всей карте. Игра продлилась целых 14 минут. Постоянно приезжает какой-то вонючий спам. Я как правильно высаживать CV в лес из вертолета, чтоб сразу в лес встала. У меня почему-то сразу в лес встает, а я не понимаю почему. Снова Герри Дакон. Как правильно высаживать CV в лес из вертолета? Чтоб сразу в лес встал? Ой, что вы? Я могу сейчас это попробовать сделать, но вообще-то, ну, это так не делать. Что вы? Эти все понтуются тем, что да я там арчу по дороге, пальцы веером, сопли пузырями, а потом чечек сливается в сухую. Я, скорее всего, знаю, как это можно сделать. Сейчас. Блин, тут нет. Пункт 1. Вешаешь кошму на верте над лесом. Пункт 2. Сбиваешь верт. Если так, то да, так можно. Где мой анзак? Пункт 3. Молишься, чтобы выжил командир при десантировании. Да, мега десант. Так, сейчас я вспомню кнопки. А Лео так не высадится. Ну-ка, давай, покажи мне, что будет. Ты ж так не высадишься, да? Да, красавчик. Так, не высаживайся, окей. Да, вот так вот. Не, ну, почти да. Да, она как-то в лесу оказалась, но так вот не делайте. Типа вот это, что можно зашифтить с смену высоты. Вот это, сесть так на проходе, нурсами по всем, так типа верт в лесу, вся херня. Ну типа, ну, это дешевые понты, и вас это качественно, типа, не научит играть это точно. Вот так вот. Так, что еще есть? Бантан какой-то играл. Давайте последнюю. Потому что, блин, вот
Пойду скоро играть в командники, забуду про ранки, да? Ой. Так, Бантан тут играл, то есть чел. А, вот чел сейчас что-то будет интересное показывать. Ну давай. Я на донатной, скорее всего, деке играл, потому что я таким не играю. Давно не играл. Видите, подсекает мне сову. Какой же он плохой, а? То есть подсекает сову, и тут все немножко застопорилось. Все высадились в одном месте бегут. Тут никто сильно... Вот это вот... Хотя ладно, не, нормально, тут все есть. Я думал, тура нету. И вот это надо еще закрывать. То есть верки не... Ну, типа, оно сюда не достает. Лучше закрыть вот это, чем вот это, как по мне. Потому что фланги, это всегда классно. А тут к этому флангу, фланга нет. Вот. Что тут? Три танка с одной стороны, и птурщик наваливает с другой. Тоже важно, кстати. То есть, птурщик... Пофиг, что он куда-то стреляет. Пофиг, что он не попадает. Он стреляет. Это все. Тут идет ДПС. Миланы по мне стреляют. Минус Миланы. То есть, с одной стороны у меня кроет один юнит, с другой стороны стреляют другой юнит. Так и надо. Тем более, я не могу воевать против 2-5 вообще на такой дистанции, на максимальной. Это, ну, куда? Это просто получать по щам, по лицу. Поэтому воюю на максимально далекой дистанции. Тут я мега-микрешник, короче. Вот это я микрю, конечно. Со стороны выглядит очень убого. Все не в лесах. Все не высажено. Или высажено, но не там. Помои, конечно. Вот фальши 90. Фальши 90 мои танки, конечно, насквозь разбирают. Тут был залет, он его сбил, он хорош. Достал десятку, кстати, чел. Накидываю все по этому 2-5. Вот сейчас проблема танка. Вот сейчас танк просто абуза, да? Он ничего не делает. Он постоянно получает по щам. Он не стреляет. Я постоянно настреливаю, а у противника нечем настреливать. Вот у него есть один танчик, и все. У него больше нету пушечек. У меня хотя бы две пушечки есть, и они стреляют, а он не стреляет. Тур пытается завести, но тут проблема. Вот трикон стоит. Да, можно эту позицию, видите, даже не брать. И я не могу ее взять. И то, что я ее возьму, мне никак ничего не даст, потому что тут будет танк. Если этот танк до того момента, пока он будет ко мне лбом и стреляться со мной, толку от этой позиции абсолютно нету. Тогда нужно извлекать толк из того, что я взял эту позицию и тут посадил какую-то птуру. Или тут танк поставил. Тогда вот вместо гранчара, если тут будет танк, будет смысл. Потому что, во-первых, борт 2-5 буду стрелять. И подъезда прямого в город быстрого не будет. Тогда да. То есть одной, ну, смысла от одной позиции немного. Взял десятку, чтобы стрелять по моим юнитам, которые наступают, так тоже никогда не делать. Я нож наводится пару минут. Пока оно наведется, у меня уже там не будет. Вообще, ну, особенно это же наступление. Как вообще можно попасть стволкой по наступлению, которая стреляет за 3000 миллиардов километров, да еще и перезаряжается очень долго, и сводится долго. Ну, фигня. Видите, птур пострелял, птура нет. Как и ПВО. И вот идти сюда, вот сейчас, по такой дороге, так долго. Тут это минут 10 надо, чтобы сюда выйти. Приехал бы сюда, выгрузился, пошел бы вперед и был бы прикрыт еще своим 2-5. А пока вот это дойдет, вот это все, оно умрет, и его тут не будет. Жить фальшам осталось недолго. И проблема этого 2-5, он не перекрывает, точнее не перекрывает заход в город. Я спокойно приезжаю, выгружаюсь и иду дальше. Чтобы 2-5 перекрывало заход, нужно надымить вот здесь, вот тут встать и все вот это отстрелить. Это да. Если он будет агрессировать, он будет молодцом, и все у него получится. Но тогда ему надо микрить, чтобы не умереть от ПТшника. Видите? Вот, сейчас, смотрите. Ой, походу пахнет габелой, хлопцы. Не, смотреть, замикрил. Ну, вот то, что я хотел. То есть есть кусочек позиции, да, пусть даже так. Есть танк, которому будет лицом. И есть птур, который такой, я сейчас всех завалю. Захавал, конечно, нахрена бурсов. Они еще в контузию не были. Ну, фальши отдались. Все. Вот это все слишком долго бежит. Оно не нужно там.
Проблема варгейма и армии, и людей в том, что большинство армий не воюет. Вот это все не воюет. Оно просто ждет, чтобы повоевать. И вот это не воюет. Так аж кошмы вообще не воюют, и стоя до хрена. Кто вообще их придумал? И вот в этом вся фишка варгея. Если вы что-то закупаете, либо закупаете, чтобы оно было эффективно и дешево, либо вам придется просто такую заслонку ставить, что, ну, оно будет стоить столько, что это капец. И вот видите, вот сколько вот это все стоит. И это, кстати, проблема Эхо Сайда. Вы ставите до хрена всего. Вам нужно это все задефать, точнее. Вы туда ставите до хрена всего. У вас нету поинтов, чтобы воевать на маленьком городе. Вы не ставите. Блин, вас проносит вот этот вонючий город. И вы такие, а что, как дальше играть? Вот. Это проблема Эхо Сайда. С стороны Брау закрепляться негде. Кроме как вот этого леса или вот этого леса. Ну, на этот лес насрать всем. Вот этот лес проблема. Ну, и тут главное что-то поставить, чтобы ничего не облетело. Я ставлю снежку за 30. Чельчик ставит двух паратруперов за 40. Плюс турчик, это уже 60. Плюс еще разведка, машинки, плюс танк за 65. Ну, это просто космос. Оно эффективно, оно стреляет. Но оно там не нужно сейчас. А может, оно и потом не нужно будет. А может, оно нужно будет вот сейчас через минуту. И вот это прикол варгейма. Либо вы делаете как Петр, у которого куча вертов. Если вам какой-то фланг проносят, Петр просто быстро прилетает вертами, разбивает пух и прах вашу высадку, ваше наступление ваше, залетает к себе на базу, заряжается, и он готов отбить еще ваше наступление. При этом совок Петра может атаковать в одном месте. Вы наступать в другом, к вам просто залетают Тэшка, к вам залетают вертолеты и вас убивают. То есть это то, что мне Бустард однажды рассказал, это, допустим, вот есть в казаках такая штука, как конница. И фишка конницы в том, что она всегда позволяет воевать два в одного. И совок — это классический пример конницы и войны в два в одного. Всегда два в одного, потому что у нее есть самолеты, они живучие, они классные, у него есть верты, плюс совок Петра собран так, что у него много вертов накапливается. Они есть везде, они прикрывают дырки. У него может на фланге висеть одна К-52, и ничего больше на фланге не быть. Но если надо, туда прилетит Тэшка. Если надо, туда прилетит истребитель. Это тоже еще прикол варгейма. Вы всегда должны воевать два в одного, а из такого самого быстрого у вас есть только либо самолет, либо вертолет. Все остальное, оно едет долго, медленно и печально по сравнению с этими юнитами. Вот так вот. Легко фальша добить, все. Тут что-то потерял оптику. Но, как я и говорил, пока не дойдут, город падет. Но город упал, а они еще не дошли. Ой, тут Глеб, ну он походу сейчас ливнет. Нет, Глеб промахнулся. У чела вообще ПО нет. А Хавка едет там. Ну Хавку вот забрал вроде. Да, Пахтига. То я такой, ну надо ловить. Что-то то ли забоялся, то ли что. Да, вот, у него больше армии нету, зато у него тут армия. То есть чел поехал на Альфу до того, как потерял город. Это равно, что вы теряете город, а потом теряете Альфу. Не потеряли город, пытаетесь оборонять город. Причем вы еще ничего не сделали, чтобы не потерять тот город. И все. Дальше просто зачистка тупая вот этого все. Вот сейчас будет то, что я сейчас и сказал. Типа город я взял, но вы взяли Альфу. Получается, что вы Альфу не взяли. Ну, рекон сюда важно. Чельчик, да, посадил Птур, но рекона уже нет. Мой рекон здесь будет стоять. Все, ему офигенно. А еще думаю быкануть сюда. Ну, блин. Да, тут он пытается. Все-таки завел туда гранитарку. Все. Пошел в одну сторону, наступил, пробил. В другую сторону наступил, пробил. В третью. Так и живем. Футфоба уже нету. Что трупины пытаются всех убить, что у них не выходит пока. Вот это тоже так никогда не делайте. Абсолютно нету поводов у вас то, для того, чтобы наступать на тот город. Танк вообще в жопе, рекона нет, вы ничего не видите, не знаете, что происходит. У вас еще все это не собрано. И умирают по отдельности.
Тут рыцарей выбил, да, тут зря надо было здесь остаться где-то. Вот проблема, вот то, что я говорил. Чем дольше вас, дальше у вас юнит от линии фронта, тем проблема его засейвить. Вот видите, как его сейвлю. Аж убить пришлось, чтобы его противник не убил. Вот. Тоже проблема. Не надо закидывать слишком далеко рекон. Если вас позволяет ситуация, если вы видите, что противник на это не затриггерится и не будет его там пытаться убить, выбить жестко. Ладно, или вас не видят, кстати, это тоже вариант. Тогда да, делайте. Вот опять-таки Хузары здесь, ну вот нормально. То есть он сейчас сидит, он видит, что ему за это ничего не будет. И скорее всего я их даже не видел. А вот если бы я их увидел, да, тем более есть тут по споре есть в виде Милана, все так просто Снежка их не убью. Вот, ладно, окей, сиди. Но если бы тут сидел просто Хузар, я видел, как он бы тут пробежал, я понимаю, что он мне будет мешать, то сюда бы полетели минометы, он бы начал бегать здесь, тут бы что-то побежал мой рекон, и, скорее всего, его бы выбили, если бы там не было бы туров. О, Точильщик не понимает, что ему делать. То ли атаковать дома, то ли альфу, и то проатаковал, все потерял. Вот, и то, что я рассматривал, вот, атака города, когда-то давно, атака города, если вас забирают город, атака вот так вот где-то, да, вот так вот. Противник не убьет ваш рекон, если вы сделаете это раньше. Это тоже правда. Вот. С этой точки атаковать город. Но опять-таки, туры. Тур этот, ну ладно, можно еще повернуться. Но вот самолеты проблема. Самолеты стреляют вам в бок. Проблема, когда здесь ставится ДПС у противника. То есть вас так берут в полукольцо. И вы можете даже при одном топе начать это все размалывать, даже если там будет механ. Но вы представляете, сколько вам надо выстрелить снарядов, чтобы размалывать? То есть это, блин, 40 снарядов, да? То есть две зарядки как минимум. А если там еще какой-то топовый танк у противника, это бесконечно можно воевать. И потери будут при наступлении с этой стороны очень большими на город. Противник будет явно меньше терять. Тем более он в обороне, тем более у него там туры, танки. Вот. Поэтому я все-таки решил, что да, через альфу наступать долго, очень долго. Но это можно сделать. Ставите на дельту кошму. На альфу сначала кошму привозите. Делайте какой-то паритет по поинтов или хотя бы плюс 0. Начинаете уже лезть, занимать вот это и вот это. И тогда, опять-таки, у вас должно быть полукольцо. То есть от этой точки, вот до этой, вот тут у вас должен рекон тур сидеть. И вот здесь что-то сидеть, тут рекон тур. И тогда получается огромное полукольцо. И уже потом только выбивать вот эти дома. Только так. По-другому просто их выбить нереально. У вас должен быть ширина фронта, должны быть пушечки и рекончик, и птуры, и фланги. Вот. А на вот это все, что здесь происходит, дальше вот этой зоны, все, что тут слева, ну, важно только облет закерить. То есть очерчик вот так его вот обороняется, я вот так вот обороняюсь. Пехотка забежит, если элитная забежит, мне все тут вырежет, и будет справедливо. Ну ты план на две игры уже рассказал. Такие полукольца делать. Не, это реально, Стас. Видите, полукольца делает один рекон здесь за 15. Тебе столько времени кто даст? Один рекон здесь за 15. И птурщик за 25. Плюс вот этот основной удар будет вот с этого направления. Надо где-то найти, где я все это делаю. Все это уже было. Все это прочекано времени. Бедный черчик, у него фу, все горит и горит. Видите, я далеко не иду. Вот эти мотосилки, они тоже здесь не нужны. Бустер правильно сказал, ставите их здесь. Тут ставите. А здесь они просто умрут. Они ничего не сделают. Вы их никак не спасете. Не сможете их засейвить. Смотрите, вот сколько вертолетов. Да? А, ну, ничего не смог сделать. Танк есть. Окей, ничего не смог сделать. То есть, бесполезно. Там их не надо ставить. Ну, да, тут я уже держу. Я дерзю. Но самое главное запомните. Игры не выигрываются за счет стрелочек и правильных шагов. Не выигрываются. Вот банально, что нужно понимать человеку, когда он заходит в Wargame, что вот сделай вот так вот, просто посадил тут пул, где тебе сказали, тут рекон, где тебе сказали. И это просто 50% людей зальется на вот Они этом туре выигрываются реконе. тем, кто сделал меньше ошибок и был за них наказан.
Прикол за ошибки, и те, кто наказывает за них, работает только против сильных людей. Вот, если, допустим, я играю с Грейхаундом, мы куда-то там приехали, что-то делаем, то вот я его могу выиграть, или он меня, только за счет того, что он ошибся, или я ошибусь. Вот, только за счет этого, скорее всего. Кто меньше ошибется, тот выиграет. Кто лучше воспользуется ситуацией, тот выиграет. Но это говорится только тогда, когда у вас одинаковый уровень скилла. Вот только тогда. Если вы играете там с нубом, ну, это типа, не. И уровень скилла плюс-минус одинаковый, тогда да. Тогда выиграет тот, кто меньше лоханется. Или, ну, проще всего, вот, как я против Грейхаунда играл. Я ждал, выманивал его, да, и вот постоянно наступает, наступает там, сям. А чтобы он наступал, нужно сначала взять какие-то зоны, нужно, чтобы плюс по поинтам был. Это тоже ж важно. Это все не просто так он ну, я вынуждаю его наступать. Я вынуждаю его наступать, потому что у него все плохо. Ему надо что-то делать, он не может сидеть на жопе ровно. Так вот. Ну тут все. Эх, ну игры, конечно, где я так вот наступаю, это они старенькие. Но они возможны. Не знаю, надо пересматривать все. Мне так впадло. Был бы какой-то анализатор на Wargame, да? Вот закинул ему 1000 реплей, он сказал, вот если человек идет по этой дороге, то 80% случаев он проиграл здесь. Если этот же чел едет по другой дороге, то вот там он в 80 случаях выиграл. Душный тип. Блин, надо, конечно. Какие-то известные никнеймы, понимаете? Я-то никого не знаю. Мне надо, чтобы меня кто-то выбил. О, что-то интересное сейчас будет. Вот что тут было. Я год играл и не мог подняться выше капитана, потом вернулся примерно года через два, посмотрел стрелочки бустарда и подскочил до полкана, а потом до генерал-мажора на какое-то время. Вот, видишь. Так что стрелочки имеют значение. Стрелочки имеют значение для понимания карт. Вот у меня был первый бой на... Не, не первый, один из первых против енота и тогдашней его тимы. Она панч пуля. Не, на линии плунзынь. Так что вы понимали, я даже до фронта не доехал. То есть в моей голове на тот момент, там после 5 игр, карта выглядела, что я должен приехать вот сюда. Тоже важный момент. Я занял вот это. Вот тут, вот эту игру можно было и рассматривать, кстати. Занял дома Птуром, чтобы никто не подъезжал. Занял рекон здесь. То есть минимально, чтобы засейвить тот город. Тут не хватает пехотинца, потому что можно просто забежать. Все здесь пошло заходить в город. Именно в город по дороге, которая здесь, по которой он ездит. Это тоже важно. То есть мне задача не сражаться в городе, не выиграть в нем. Мне просто задача сделать так, чтобы в город никто никогда не доезжал. Что я тут и делаю? Я все, что из того, что ехал на маленький город, отправил на большой. А дальше просто уже под подкреплением методично его выкину. Не вижу командос. Очень хотелось бы его повидать. Повидал. И вот он начинает рассыпаться. Тут командосик, кстати, запрыгнули. Ну, это вообще смерть. То есть, все. Чувак вызывает 3 МГ первых. Задефал здесь. Базу не задефал. Вот я задефал базу вот так вот, смотрите. Соколь. Вот у меня кошмар здесь стоит. Значит, что? Мы его просто окружим. И все. Пожелаем всем успехов. Фокстрот. Минимально тоже. Тут попал под обстрел. Не знаю, может, я знаю про эти роверы, может, нет. Вот так вот увидел, скорее всего, сейчас. КТшка всех вот одна отстрелила. Найс, найс. Все, занимаю дальше. Я вижу, что он не играет, а потом такой, ого, чил, у тебя какие-то МП3. А потом смотрите, что будет происходить. После Курнаса у Мимода осталось вообще 2 хп, плюс тут А Ктур. еще можно зефами завертарашить по центру через большие домики и протащить слева верт с пехотной CV. Можно, а можно сделать, как я вчера на стриме. Кто видел вчерашний стрим, тот хорош. Вот, смотрите. Вот он, ну, понятно, что он уже, да, он уже на дизморальке, поэтому он так поехал. Вот. Ну все. Все получается, народ. Такой гайд, не гайд, антигайд или под гайд, шоу, как я ассоциации.
Ну, короче, вышло так. Эх. Стратки в Варгейме не меняются, наверное, никогда. Приходит только их понимание, как оно должно выиграть. Должно играться. Вот вы можете там 1000 раз сыграть на одной карте и составить для себя список действий, после которых там противник вероятности 70% там проигрывает. Вот и просто всегда ролить вот эту штуку. Всегда ее делать, делать, и у вас будет стата 70%. Вот. Прикольно? Ну, блин, наверное. Так что вот так. Ладно, народ, все, тогда будем закругляться. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за Будет донаты. меняться только с патчем. Чего поменяется, когда одинаковое все годами? На самом деле, Стас, не меняется, менялась. Просто сейчас люди нашли самую идеальную страту. Мы нашли, да, вот, енот нашел самую идеальную страту в командниках. Это арта. Это минус фобы. Это топовые танки и спам. РПГ нашел дымить танки. И после этого все почему-то начали дымить танки, реально. То есть там, наверное, какой-нибудь Самара еще, оно так потянулось по ру комьюнити. Это увидели западники и такие, о, давай дымить танки. Тогда, да, в то время еще были эти изменения. Но я не знаю, вот мете танка спаму. Ну, точнее, танки плюс спам. Вот сколько это мете лет? Там 3, не знаю, 4. Я думаю, меньше где-то 2-3 года. И я не думаю, что и прям так долго раньше. Ну, фобы выбивать точно начали недавно. Енот это внес в командники после того, как что-то. А, это G-Drive попытался ему поубивать фобы с командой. Он это внес на постоянку, енот теперь этим только и занимается. Я это внес в ранкеды, и теперь это пошло и по ранкеду, еще плюс сверху. Вот. То есть, ну вот, мета. Ну, а что должно произойти, чтобы мета поменялась? Обратно вернуть КТшки, чтобы КТшки везде катались? Ну, можно, я не против. Мне мото игры Мне нравились бомбили фоб, больше. когда я начинал. Теперь просто у нас у небольшой компашки это встречается чаще. Ну не, Стас, теперь это встречается на каждом шагу, на самом деле. Как мне кажется. Раньше вообще фобы не выбивали. Вот я прям помню. Там было. Противник выбивал фобы только от скуки. Только от этого. Что я хотел сказать? А, насчет того, что мото-мета мне нравилось больше, играть Балтикой больше нравилось, потому что это было быстрее. Там реально ты за 5 минут мог выиграть Чельчика, потому что у него просто вся армия сгорала в каком-то ебейшем котле. Вот такое было, это было нормально. Ты мог просто кого-то развальцевать по-жесткому. А сейчас мета механов, это душно, это долго. Плюс мое новое почти понимание того, как надо играть в игры, равно максимальная душнота. Ну, точнее, в Wargame играть. Вот. Это, то есть, это, я прям захожу в игру, я понимаю, что сейчас буду играть 40 минут. Вот, это душно, это реально долго, это очень много. Раньше игры за 10, 15, там, 20, ну, там, ладно, 35, 30 минут, там, 30 максимум. Окей, но играть все 40 и на последних, там, соплях что-то там кого-то дожимать, или на последних соплях дымить кошму, чтобы тебе ее не убили. Я помню, как я выиграл бой просто из-за того, что я специально задымил кошму, не там, где она стояла. И чел подумал, что она там, пошел туда всеми войсками, пока у меня капал плюс один. Или у него капал плюс один даже. На бою в грязи как раз таки эта катка была. А у меня кошма стояла в другом месте. Я из-за этого, чисто из-за этого выиграл. Вот. Ну, что-то мета не меняется. Так, конечно, не знаю. И насчет этого того, что мета поменяется с новыми юнитами. Я много-много надежд думал, положил на этот, на пехотный плур. Я думал, это будет какая-то имба, что-то недостающее. Но нет. На вот этот. Когда сказали, что там будет классная пехота с плуром внутри, я такой, блин, может с этого реально что-то получится, прикольно, интересное. Но в сеттинге того, что пион ПСВ подняли цену, понизили КТшки, оно стало неиграбельное, то есть оно ничего не делает. Сейчас играют все механом, и вот представляете, вот первым Миланом долбить 2 первые, ну это успехов вам.
Или долбить Мардер 2, или Меркау 2 долбить, или ЦВшку. Это нереально. То есть, ну, сейчас сильно мотором не поприкалываешься, только возможно на некоторых картах. Вот так вот. Так, народ, все. Next stream, не знаю, будет, но когда будет, я не знаю. Вот, наверное, на выходных. Даже два на выходных будет. Так что вот так вот. Так что все, черечки, давайте. Всем пока. Спасибо за наты. Пока-пока.